Раз, два, три. Зайдите в следующий вход. Сегодня в Свято-Духовом монастыре в Волгограде мы проводим конференцию. Организаторами этой конференции является Царицкий православный университет, Центр подготовки церковных специалистов и молодежный отдел Волгоградской епархии. Тема конференции – нравственные ценности и будущее человечества. Конференция является региональной, научно-практической и молодежной. То есть наши выступающие – это молодые специалисты, студенты. Две секции будут работать в конференции. Это секция «Богословие и церковная история» и секция «Принципы и методы духовно-нравственного воспитания». То есть у нас разбились студенты, выступающие, на вот эти две составляющих. Пленарное заседание будет проходить в актовом зале в Свято-Духовом монастыре, а работа по секциям будет проходить в аудиториях Богословского факультета Царицкого православного университета. Скажите, пожалуйста, кто участники этой конференции? Ну, какие специалисты, может, в какой области или как ли? Там молодые люди, кто? В этом году, дело в том, что у нас не первый раз мы проводим такую конференцию, в этом году участниками являются студенты православного университета, Царицкого православного университета, также студенты Государственного университета Волгоградского и студенты Педагогического университета. Естественно, они разбились, студенты, что представители Волгоградского государственного университета и Царицкого православного университета, они составят секцию богословия и церковной истории, а представители, в данном случае, педагогического университета, а также я забыл сказать, что у нас не только студенты, а также есть уже и люди, работающие в школе и в детских садах. У нас есть выступающие с начальных классов и руководители, люди, работающие с детьми в детских садах. Ну, видите, конференция разбилась на две части. А первая – это историческая, по большему счету. То есть богословие у нас не столько представлено. Конечно, это в основном будет история, потому что у нас в университете работает педагог с Волгу Николай Дмитриевич Барабанов, и у него направление византинистика, церковная история. И также у нас есть свои специалисты уже по регионоведению, и у нас достаточно сильная историческая школа. Что касается, конечно же, педагогики, то здесь ее представляют люди с педагогического университета, есть часть наших собственных представителей, ну, а также вот люди из школ и детских садов. Но основная цель конференции, молодежных конференций, это дать возможность молодому человеку выразиться, получить опыт такого выступления, именно публичного. Ну и также немаловажно это знакомство. То есть в нашем обществе, хотя у нас достаточно развитые средства коммуникации, но все чувствуют то, что мы разобщаемся, разъединяемся. Именно конференция – это такая классическая форма, где люди могут собраться, увидеть, поговорить. И это несравнимо, конечно, с тем, что человек может получить в интернете, к примеру. То есть задача этой конференции – это общение, это знакомство, это увидеть то, что церковь, да, она заинтересована этими темами, и то, что люди, ну, студенты, могут в церкви найти место, приложение своим талантам, своим силам. И также нужно сказать, что после конференции будет напечатан сборник, даже два сборника. У нас есть сборник для молодежной, это он называется «Молодежь в мире православия», и есть сборник просто «Мир православия». Вот в «Мир православия», конечно, пойдут уже такие серьезные статьи, а в сборник «Молодежь в мире православия» – это уже студенческие статьи и тезисы. Я считаю, что это актуальная вообще-то тема, да, то есть взаимодействие, диалог, потому что общество, оно требует своей сплоченности, да, а сплоченность основывается на диалоге. Конечно, у всех разные взгляды, представления, ценности, и, скажем, значительная часть общества не всегда понимает, что происходит в церкви, ну и представители церкви иногда складываются, возможно, не самые лучшие представления об обществе в целом. И поэтому этот диалог необходим для того, чтобы наше общество было
Ну, у меня слово одно есть, это счастливый на самом-то деле, что счастье, оно связано с пониманием, с диалогом и с общением. Если человек не общается, он несчастен. И наше общество, оно в значительной степени несчастно, из-за чего? Из-за обрывов коммуникации. Да, а коммуникация, они налаживаются. Есть площадки, которые для этого делаются. И тот же самый диалоговый клуб, либо круглый стол, там, где люди могут встретиться, общаться, но, по крайней мере, увидеть. Это очень важно. Да? То есть это конференции и другие мероприятия, которые проводит церковь совместно с вузами, с другими организациями общественными, оно нацелено на консолидацию нашего общества, на то, чтобы общество видело внутри себя не врагов, а соратников, да, помощников в едином деле. Какое у нас дело одно для всех граждан государства? Чтобы мы были все счастливы. Я считаю, что конференция проходит организованно, очень своевременно, поскольку проблема нравственного воспитания, проблема духовного нравственного возрождения нашего народа является сейчас наиболее актуальной. Со своей стороны, представляя те интересы, которые мы разрабатываем на своей кафедре, я должен сказать, что затрону вопросы, связанные с информационной безопасностью, ее влияние на формирование духовно-нравственного качества человека. Я считаю, что это очень актуальные вопросы. Сами по себе они, в общем-то, до конца не разработаны, даже в области информационной безопасности. Что же касается применительно информационной безопасности к духовно-нравственному воспитанию, то здесь проблема еще более усложняется. Я надеюсь, что присутствующие здесь студенты и другие люди приглашенные, и я сам, в общем-то, очень много узнаю нового и полезного для дальнейшего осознания происходящего в нашей стране. Я думаю, эту проблему давно уже перезрели, это надо было делать значительно раньше, поскольку система, которая формирует безнравственность, бездуховность, она, в общем-то, функционирует довольно давно, и мы теряем поколение. И надо признать, что инициатива церкви, направленная на то, чтобы формировать традиционного человека в самом глубоком смысле этого слова, она, в общем-то, достойны только похвалы. Надо быть благодарны, что наш православный университет при Свято-Духовом монастыре выступил инициатором такого собрания. Поэтому можно только поприветствовать такое совместное сотрудничество духовных образовательных учреждений светских. Я думаю, что они не только нужны, они просто необходимы. И без совместной работы, совместного сотрудничества церкви и гражданского образования мы, в общем-то, потеряем поколение. Дорогие братья и сестры, уважаемые участники нашей региональной конференции, разрешите вас поприветствовать. В этом он называется либо актовый зал, вообще другое у него именно архиерейский зал Свято-Духового монастыря, потому что он одно из наших таких красивых помещений в нашем ансамбле церковном. Ну и также, братья и сестры, так как мы с вами собрались на территории церковной, да, у нас все мероприятия начинаются с молитвы. Поэтому попрошу вас встать и помолимся с вами. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, и жить не подателю, прийти сильный и очистины во всякие скверны, и спаси блажен.
дорогие братья и сестры, напоминаю, что у нас сейчас проходит региональная научно-практическая конференция «Нравственные ценности и будущее человечества». Ну, здесь в названии еще можно приписать, что молодежь, да, потому что по составу участников мы ориентированы на людей, которые, ну, делают свои, если не первые шаги в научной деятельности, ну, которых нельзя еще называть прямо такие состоявшимися учеными. Да, то есть это студенты, магистранты, аспиранты, ну и также представители, занимающиеся практической деятельностью в школах, ну, для которых именно здесь выступление является формой для того, чтобы рассказать о своих результатах. У нас программа нашей конференции небольшая, как вы видите, да? Ну, участников будет чуть больше. На самом-то деле мне Николай Дмитриевич позвонил, и ряд участников позвонили, сказали, что, ну, сегодня у них либо работа, либо что-то, и поэтому они подъедут уже непосредственно к заседаниям секции. Но вы можете друг на друга посмотреть и сказать, что нас тоже немного на самом-то деле. То есть мы планировали, что где-то так оно и будет, что у нас эта задача конференции в этом году, ну, вернуться к этой площадке, потому что мы проводили ее в свое время, у нас что-то получалось, что-то не получалось, и сейчас наша задача вернуться к этому. Поэтому сейчас мы проводим конференцию с задачей посмотреть, что людям интересно. И вот, на мой взгляд, для меня это было открытие, что очень много было желающих на секцию «Принципы, методы духовно-нравственного воспитания». На самом деле, ну как, мы написали эту тему, исходя из каких-то других своих соображений, но мы видим, что если мы хотим в будущем проводить конференции молодежные, обязательно это теперь будет секция присутствовать, потому что для представителей педагогики это то название, куда практически каждый человек, занимающийся педагогикой, может направить свои тезисы, либо написать статью и поделиться своим опытом. Так что для нас конференции – это открытие определенное для себя, познание реальности. Ну, я думаю, для вас точно так же. Я ожидаю, что у каждого будет позиция познающего, не только тот, кто делится, но тот, кто и познает реальность, которая нас окружает, и с которой мы встречаемся. И возвращаясь уже непосредственно к нашей конференции, напоминаю, что у нас состоит конференция из двух частей. Первое – это будет пленарное заседание, на котором у нас выступит с приветственным словом отец Владимир Авраамов, проректор Царицкого православного университета. Выступит также, ну, я тоже выступлю и с приветственным словом, ну, в принципе, я сейчас и занимаюсь, да, я руковожу центром подготовки церковных специалистов и также возглавляю молодежный отдел. И поэтому наша конференция, она проводится совместно с молодежным отделом, что, ну, в данном случае для нас это возвращение к тем старым добрым традициям, которые в какой-то момент у нас встретили определенное сопротивление. Вот. И выступит у нас с докладом гость наш, это кандидат технических наук, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета Тарасов Анатолий Александрович. И доклад у него будет «Информационная безопасность личности как неотъемлемый компонент нравственного становления». Вот я вижу, что у нас есть некоторые опечатки здесь, да? Вот. Дальше у нас будет небольшой, ну, как перерыв технически, связанный с тем, что нам нужно будет переместиться в аудитории богословского факультета. Ну, для многих аудитории это являются родными, для кого-то они известными, но для кого они еще неизвестны, таковыми они станут сегодня. Мы пройдем в нашей аудитории, будем работать, как я сказал, по двум секциям. Передаю слово проректору Царицкого православного университета Ирею Владимиру Авраамову. Дорогие участники конференции, рады видеть, особенно лица, которые уже не первый раз мы видим на наших мероприятиях, рад, что вот это сотрудничество нашего учебного заведения с другими вузами нашего города продолжается, такой
научное сотрудничество. В первую очередь, конечно, это наш государственный, Волгоградский государственный университет, социально-педагогический университет. Такое сотрудничество является естественным дыханием жизни любого вуза. Но вот хочу отметить, что в данной как бы исторической ситуации это сотрудничество приобретает все более и более таки большую и большую практическую значимость, потому что и на федеральном уровне, и на уровне областном, вот я присутствовал в частности на совете ректоров Волгограда, вот там проговаривалась устами губернатора, проговаривалась мысль о важности воспитательного компонента в высших учебных заведениях. То есть буквально в течение такой двухчасовой работы активной, даже больше, губернатор несколько раз в разных контекстах возвращался к этой теме и обозначал, что вы должны готовить не только специалистов грамотных, но и заниматься воспитанием. Но, как мы знаем, особенно тот, кто в эту тематику погружен, тема воспитания, конечно же, она зиждется в первую очередь на определенном мировоззрении, очень много воспитательных систем. Тема воспитания связана, соответственно, со знанием в рамках того или иного мировоззрения, истории той или иной культуры. И вот если мы говорим о том, что государство серьезную ставку ставит сейчас в том числе на традиционные культуры, особенно на православие, то, конечно же, речь идет о том, что вот эти воспитательные концепции и саму эту воспитательную работу нельзя построить без знания церковной истории, без знания богословия. И, соответственно, вот уже на основе, на этой базе для педагогов есть тоже широкий простор для деятельности, и на самом деле все находится еще в работе. То есть нет у нас, как есть даже такая шутка, да, есть педагогика, но не православная, да, есть православная, но не педагогика. Поэтому вот этот стык православия и педагогики, да, богословия и педагогики, он сейчас над ним идет серьезная работа. И поэтому я думаю, вот все те доклады, которые будут даже посвящены, допустим, церковной истории, там, византологии, каких-то узких вопросов, они вот в свете вот такой практической приложимости для нас являются очень ценными, это буквально вот крупицы, которые мы должны собирать, и которые являются базой вот уже для решения вопросов, связанных с воспитанием, с опорой на нашу православную традицию. Поэтому вот желаю вам понимать значимость ваших докладов, даже если это учебная еще работа, даже если вы тренируетесь, пробуете, все равно, как говорится, устами младенца глаголит истина, да, есть такое выражение. Поэтому как бы откровение, говоря уже языком более таким теологическим, оно ни для кого не закрыто. Поэтому я на своем опыте знаю, что очень интересно иногда слушать доклады студентов, и ты открываешь для них, можно, в этих докладах может быть то, что даже сами студенты не замечают. Да, и это очень интересно, очень важно. Поэтому желаю такой интересной, в меру напряженной работы. Желаю, чтобы как бы формальные все моменты нас не заорганизовали, а получилось такое общение непосредственно интересное, да, научное, да, это определенная форма общения. Но вот желаю, чтобы все-таки вот это общение, контакт состоялся, и мы услышали друг друга и обогатились в этом нашем совместном действии. Продолжим. Спасибо, отец Владимир. По программе идет мое выступление. Я тогда, с вашего позволения, перейду в кафедру. Счастье в ранней монашеской литературе. Для меня это важная тема, актуальная и не являющаяся сугубо теоретической, она носит практический характер. Тема христианства как учение о счастье. И это важно, актуально в нашей действительности, потому что, я думаю, и для общества церковного, и для общества нецерковного часто возникает вопрос, а какая же является ключевая идея в христианстве. Если обратиться к традиции христианской, то, можно сказать, ключевая идея с точки зрения человека, его антропологии, является идея спасения его души. Вот Борис Братусь
это вот психолог современный. Он, опять же, возвращается к этой теме спасения души, как теме, на которой можно развивать христианскую психологию. И в произведениях христианских также авторов я встречаю этот концепт спасения души, как противопоставляемый концепту счастья. Ну, например, совсем недавно тема была, что брак церковный, вообще брак любого человека не имеет целью свое счастье, а имеет целью спасения души. Но для меня, наверное, как человека, который преподавал долгое время этику и аксиологию, такое противопоставление вызывает сопротивление. Потому что, я думаю, для всех вас, для людей, получивших знания в области античной этики, ну и христианской также этики, известно определение Сократа, Аристотеля, что высшая цель человека – это счастье, и то, к чему он стремится – это счастье. Здесь, скорее всего, проблема связана с наполнением понятия счастья. То есть счастье часто толкуется в таком гедонистическом ключе, что счастье как равно удовольствие, что является традиционным, в принципе, с точки зрения античности, но не единственным возможным вариантом понимания счастья, потому что если возвратиться к этике Сократа, что Сократ счастьем подразумевал как соединение с благом, ну или движение к благу. И дальше появляются две школы сократические, противоположные, киники, киренаики, которые понимали именно счастье, ну, по-разному. С одной стороны, киренаики понимали ее в гедонистическом плане, как переживание удовольствий, а киники, вспомним, да, они немногим отличаются от подвижников и монахов христианских. Ну, там есть, конечно, определенные особенности кинической школы. Но так или иначе, отвержение удовольствий было в основе представления счастья в античности в одной из школ. Поэтому, когда мы говорим, что счастье равно переживанию удовольствий, это частичное представление об этом понятии. И возвращаясь к учению счастья в христианстве, мы должны понять, а вообще, что такое счастье в христианстве? И здесь, конечно, прежде всего, мы возвращаемся к проповеди Нагорной Христа. Я думаю, все вы помните, как говорит Христос эту проповедь. С какого слова она все начинается? Макариус, да? Блаженный, счастливый. То есть в нашем русском языке слово «блаженный», оно вошло в оборот, и для человека, наверное, нецерковного, идея христианства связана с достижением блаженства, но не счастья. А если вернуться к греческим оригиналам, Макариус это счастливый, да? А у Аристотеля, вообще в античной традиции, Макариус это было счастье богов. То счастье, которым живут люди, ну даже не люди, да, боги, существа, не подвержены каким-то колебаниям и превратностям судьбы. Потому что другое понятие счастья, эвдемония, означало счастье, связанное с какой-то судьбой, как с каким-то случаем. То есть удар счастье как счастливый случай. Понятное дело, что слово «деймон», оно никак в христианской традиции не могло присутствовать, и такое понятие оно ушло, и осталось понятие «макариус». И уже у Аристотеля мы встречаем слово «макариус» по отношению вообще к простому человеку. Да, то есть блаженный, то есть счастливый, так может жить и простой человек. И по Аристотелю это счастье связано с познанием, прежде всего с познанием. У него разные есть градации, да. И вы видите, что дальнейшая христианская традиция, она воспринимает слово «счастливый», это счастье на самом-то деле, но она его наполняет определенным смыслом. То есть христианство – это классическое учение о счастье, да, классическое, потому что ему уже 2000 лет, да, и мы не нужно забывать, что наша европейская культура, она выросла на христианстве. И с чего начинает Христос свои слова? Блаженны нищие духом, да? Счастливые нищие духом, счастливые плачущие. То есть на самом деле в Евангелии выражено то представление о счастье, которое станет ключевым в христианстве, ну и возвращаясь к теме моего доклада, монашеской литературе. То есть монашеская литература
это собрание текстов, очень большое собрание, из него я беру только ранние тексты, но можно сказать, даже один из ранних текстов – это собрание апофтегмы, да, либо то, что называется у нас древний патерик, ну, патериковые рассказы о преподобном Антонии, преподобном Макарии. И в этих текстах мы встречаем учение монахов о их практике, но также и о их теории. И в этих текстах также встречается понятие «макариус». Ну, понятное дело, что слово «эвдемония» там не может встретиться никак, да? Деймон в христианской традиции был отождествлен с демоном, с бесом, так, ну, что не было свойственно, конечно, античной традиции, но именно христианская традиция, а сначала иудейская, она произвела именно такую идентификацию. Но слово «макариус» там встречается, и помимо самого термина, там встречаются те категории, которые в античности были связаны с представлением о счастье. Но вот, в целом, именно в корпусе апофтегм можно выделить две группы текстов, говорящие о счастье. Первые тексты, они говорят о счастье в контексте Нагорной проповеди Христа. То есть, ну, например, блаженный Феофил, епископ, приближаясь к смерти, сказал: «Блажен ты, Ава Арсений, что всегда помнил о всем части», то есть о части смертном. То есть его, когда он называет блаженным Аву Арсения, он говорит не то, что ты жил в удовольствии, а о том, что ты переживал час смертный. Но также есть другие тексты, говорят о том, что блажен человек, который всегда плачет. То есть находится в переживании, ну, не самом, может быть, радостном. Да? И мы видим именно коррелят в этом с учением Христа и вообще с представлением о счастье христианском. И здесь нужно понять, что счастье христианское, в нем соединяется и радость, и страдание. Да? Вот. В этом отличие христианства от буддизма и индуизма. Помните, да, идея Будды, что у меня есть ответ на то, как избавиться от страданий. Потому что для него страдания несовместимы, получается, счастье. Христианский говорит: нет, у нас нету такого ответа. Мы говорим, что если хочешь быть счастливым, страдай. Да, вот именно вот эта идея христианская, она выражена в словах Христа и дальнейшее в монашеской литературе. Но почему именно нужно говорить о счастье для монахов и данном случае даже в контексте современного времени? Потому что, ну, я ориентируюсь на себя и, наверное, на людей, которых я знаю, что для многих монашество – это путь полный скорбей, отречений и безутешный вообще-то какой-то образ жизни. Ну и, можно сказать, образ церковный с этим отождествляется, правильно? То есть, я думаю, вы можете себе из вашей повседневной жизни вспомнить человека, для которого церковная жизнь, ну, она связана с идеей чего-то мрачного, неинтересного, скучного, ну и погруженного в пучину каких-то скорбей и переживаний. В этом есть определенная доля правды, на самом-то деле, потому что человек приходит в церковь с каким-то страданием. То есть это правило, что так оно есть, люди приходят, но для людей как общества, так и для самих церковных людей не совсем понятно, либо они забывают о том, что это не все. Человек приходит в церковь для того, чтобы получить ответ на свои страдания, ну и дальше, чтобы быть счастливым. И вот говоря о монашестве, мы должны тоже вспомнить об этом, что успех, скажем так, монашеского движения связан с тем, что люди там что-то получили на уровне счастья. Потому что если бы люди там были несчастными, столько монахов бы не существовало, это нереально. То есть это несовместимо с реальностью. Человек, пришедший монашеский, ушедший в монахи, ставший монахом, да, он претерпевал какие-то скорби, но при этом он что-то получал. Получал то, что делало его счастливым. И вот здесь я могу вспомнить слова, недавно мной услышанными от спортсмена. Он чемпион мира по боксу, живущий в Краснодаре, по-моему, Дмитрий, его имя Пирог. Да? И он говорил о том, что большое удовольствие преодолевать себя. То есть мы можем сказать, а монах он постоянно себя преодолевает. И его удовольствие связано с преодолением себя. Но правда, это удовольствие, конечно, сложно его назвать именно благодатным. То есть это удовольствие заложено в нашей природе. Преодолевая себя, мы что-то получаем от нашей психики.
Да? Ну, вот, возвращаясь к теории возрастания личности, когда человек себя преодолевает, он становится личностью. Да? Именно движение, развитие личности требует проблем, да, требует конфликтов. Вот. Поэтому монахи – это люди, скажем так, поселившие себя в условия сложные для того, чтобы заниматься постоянной борьбой. И в борьбе они, у кого получалось, получали отдачу на уровне своего морального чувства, морального удовлетворения. Но это, конечно, я говорю о вещах человеческих, связанных с теми моментами, которые общие как для христианской антропологии, так и для психологии светской. Это вещи, ну, скажем так, сложно их назвать именно, собственно, духовными. Они духовные, но не обязательно именно христианские духовные. Их можно назвать духовностью общечеловеческой. И именно, собственно, христианское, да, именно блаженство, ну, я чуть попозже о нем скажу, сейчас я вернусь еще к одному аспекту счастья в монашеской литературе, о котором можно сказать, это аспект счастья, который похож на то, что мы встречаем в античной литературе. Речь идет о так называемом интеллектуальном христианстве, интеллектуальном монашестве, представителями которого был, ну, когда еще не было монашества, Ориген, а в раннем монашестве Евагрий и его школа. И именно из Евагриевской школы со временем разовьется практика молитвы Иисусовой, практика умного делания. И если мы обратимся к этой школе, к этой традиции, мы увидим, что они пользуются теми понятиями, которые мы встречали, например, у Аристотеля, у стоиков. Это какие понятия, связанные с счастьем? Бесстрастие, покой. Я думаю, для современного молодого человека, ну, я общался, слово «покой» — это актуальное слово. И он его будет отождествлять со словом «счастье». Но в данном случае в монашеской литературе есть учение о покое. Покоя, достигаемый через что? Через преодоление своих страстей. Именно преодолевая свои страсти, человек достигает покоя, ну, бесстрастия. Таким образом, христианская традиция здесь включает в себя традицию античную, изменяется здесь, скорее всего, перспектива, потому что приемы технические, они общие и они универсальны. Потому что можно обратиться к той же практике медитации, либо буддийской практике, ну, тоже медитации, где человек достигает преодоления своих страстей и достигает состояния бесстрастия. И вот здесь можно сказать, о чем христианство отличается. И вот это актуальная тема, она связана с тем, что разный, скажем, идеал, разные существуют, не разные, да, Бог, к которому все это обращено, и перспектива. В христианстве перспектива связана с познанием, с общением с личным Богом, который никогда не исчезает и который общается с тобой лицом к лицу. И для него важно ты, важен ты как личность, которая бессмертна. Поэтому христианское учение о бесстрастии и покое – это учение не о смерти души, а о таком ее состоянии, когда она живет постоянно и в таком состоянии бесстрастия, которое ей радостно и в котором она готова жить постоянно. Вот. А возвращаясь, собственно, уже, видите, к тому наполнению христианскому, счастье, речь идет о том, что христианин и в данном случае монах переживал особое присутствие в себе благодати Божией. Мир внутренний у человека, он по-разному структурируется. И в христианской традиции, в монашеской традиции мир был структурирован, исходя из разных скажем, субъектов, которые действуют внутри человеческой души. Есть сам человек, есть ангелы, есть демоны. И человек внутри себя чувствует вот эту борьбу. И в этой борьбе счастье связано с тем, не когда ты борешься и все преодолеваешь, а на самом-то деле, когда в какой-то момент за тебя начинает работать вот эта благодать, и она за тебя все делает. И вот тут наступает настоящий покой. Покой, где ты поддаешься, отдаешь себя вот этому движению внутренней силы определенной, и она тебе позволяет преодолевать все вокруг тебя происходящее. И именно это то,
это та сила, которая делает человека блаженным, но и в этой жизни, и в жизни после смерти. Потому что, конечно, в христианстве учение о счастье, это о счастье не... Есть два учения о счастье. О счастье в сегодняшней жизни и счастье после смерти. Вот абсолютное счастье возможно только после смерти. Да? Это как бы такое классическое утверждение. Там только живут блаженные. А в нашей жизни наше счастье, оно относительно. Оно относительно почему? Потому что есть страдания. А страдание является частью этого счастья, но а страдание все-таки не очень хорошая вещь в любом случае. Оно должно куда-то уйти. Вот. Поэтому счастье, то актуальное, в котором человек находится сейчас, смотря на монашество, смотря на учение Христа, оно включает в себя страдание, и оно, страдание, является необходимым условием для счастья в жизни земной и для счастья в жизни после смерти. Вот такая вот идея счастья в апофтегмах. Ну, я, видите, только один отрывок привел вам из него. Но это идея общехристианская, и монашество в данном случае является местом, где идея Христа, идея античной философии, оно переплетается, и монахи – это практики, это школа, скажем так, психологическая, педагогическая, где они занимались собственным взрослением. И поэтому, подводя итог уже к своему докладу, я хочу сказать о том, что счастье сейчас является актуальным понятием в нашем обществе и значимо для нас, для меня и для человека православной культуры является то, чтобы интерпретировать тексты ранние христианские с позиции человеческого счастья. Потому что человек, в данном случае наше общество, есть спрос на счастье, есть спрос на покой. А в христианстве у нас это все содержится. И нужно работать с текстами, монашескими текстами, для того, чтобы объяснять, что такое учение о счастье христианском, и как в христианстве оно достигалось, и какие есть примеры его достижения. Спасибо за внимание. Уважаемые присутствующие, мне предоставилась возможность впервые в такой аудитории обменяться мнениями на те же торопящие вопросы, которые возникают при работе со студентами в нашем университете в направлении информационной безопасности. Значит, тема информационной безопасности сама по себе довольно сложная, многогранная, во многом неоднозначная, надо признать, политизированная и применительно к духовно-нравственному воспитанию значительно усложняется. Поэтому доклад мой будет носить фрагментарный характер, и с чего бы мне хотелось начать, это, во-первых, отметить то, что радужная надежда человечества, которая имела в начале 20 века, и которые сосредоточивались на потенциальной возможности культуры и интеллекта, как залог счастливого будущего. Надежды, в общем-то, хорошие, но они испарились. Победил натуралистический тип человека, человека-победителя. Можете посмотреть все современные телевизионные передачи, фильмы. Там в основном человек, который является носителем справедливости для современного мира, человек побеждающий. В этих условиях, в которые мы сейчас попали, оказывается довольно сомнительным безоглядную веру иметь на прогресс, который мы имеем. То ли это прогресс, то ли нет, то ли регресс. Очень трудно сказать, смотря с каких исходных позиций мы будем рассматривать процесс нашего развития. Налицо все основания признать современную цивилизацию цивилизацией рисков. В свое время Михаил Васильевич Ломоносов установил основополагающий закон, закон сохранения материи. Но в дальнейшем развитие науки показало, что это часть основополагающего закона сохранения. Оказывается, есть закон сохранения рисков. Применительно к современной цивилизации, которую можно охарактеризовать как цивилизация рисков, я могу привести пример. Ну, например, экономически считается, что самая дешевая энергия, которую человечество получает, это энергия
благополучно на атомных станциях. Да, это так, если не учитывать затраты, которые необходимо включить бы сюда, исходя из того, что материалы отработанные радиоактивные надо транспортировать куда-то и по каким-то технологиям захоронить. А когда мы эти затраты начинаем учитывать, оказывается, атомная энергетика самая дорогая на предмет стоимости энергии. И, кроме того, мы сбрасываем риски. Кто-нибудь может сказать, что будет с атомной электростанцией, которую мы построили через 100-200 лет? Никто не знает. Вот примерно таким образом хозяйствует современное человечество. Оно просто все эти риски смещает на будущее поколение. Сможет оно справиться с ситуацией или нет, никто ответить на этот вопрос не может. Ну, что получилось? Получилось то, что, в общем, технологическая составляющая человеческой цивилизации развивалась довольно быстро, а вторая половина дуализма, то есть духовная половина человека, она то ли развивалась медленно, то ли совсем не развивалась, а может быть даже и деградировала. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, 21 век, не решены никакие основные глобальные проблемы. При всей мощности современной цивилизации десятки миллионов на планете людей не то что не доедают, а голодают. А в цивилизованных странах посчитано, что каждый гражданин выбрасывает в отходы пищевые продукты в объеме 1 килограмма. Я не думаю, что это было бы недостаточно для того, чтобы прокормиться в течение дня. То есть где-то двойные дозы набираются пищевых продуктов, потом половина не уходит в отход. Не ведется борьба с невежеством, убогостью, противостоянием, насилием во всех его проявлениях. Все это невежество, именно духовное невежество, немыслимо. Постепенно уничтожает планету, как вы видите. Сейчас уже и никто не оспаривает этот тезис. Налицо мы имеем экологическую катастрофу. Все это давно, в общем-то, продумано. Есть индейская мудрость. Вот она как выглядит, старая индейская мудрость. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда человек поймет, что деньги нельзя есть. То есть самое часто употребляемое нам слово «деньги», оно затмило разум человека, затмило его сущность. И человек, в общем-то, имеет сейчас существенную потребность натуральной человеческой реанимации. В этих условиях для осознания происходящего и поиска смысла нет другого пути, как обращение к внутренней реальности. Иначе мы просто исчезнем как вид на планете. Что мы имеем в России? Политика государства в духовной сфере на сегодняшний день является незавершенной. Нет четких очертаний этой политики, которая проявляется через механизмы правового регулирования. Не разработана государственная политика подготовки квалифицированных кадров по этим вопросам. Отсутствует методическое обеспечение для работающих специалистов в данной сфере. Мы имеем концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, которая принята на федеральном уровне и на основе которой разрабатывался федеральный стандарт, образовательный стандарт основного общего образования, работающий с 2013 года. Оценить ее результаты пока не представляется возможным, поскольку прошло довольно мало времени. Может быть, она даст результат, может быть, результат будет незначительный. В трудах Андрея Игоревича Хмыля-Алинтера, российского ученого, криминалиста, религиоведа, теолога, разработчика математического, инфологического правового обеспечения автоматизированных информационных систем, введено понятие духовной безопасности. Особенностью духовной безопасности отмечено в работах, как составляющей и признанной ныне элемента национальной безопасности является ее уязвимость пред
деструктивными интервенционными потоками. У нас принят документ, который называется «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» в 2016 году, где отмечено, что размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей отнесено к группе основных информационных угроз. Одним из нейтрализаций, направления нейтрализации, такой угрозы декларируется в документе «Формирование культуры личной информационной безопасности». Я не знаю, как вы в своей деятельности слышали такие определения или нет, но, в общем-то, это довольно нечасто используемые формулировки культуры личной информационной безопасности. Решение этого вопроса уходит в рассмотрение технологий информационного воздействия, разработки методов противодействия таким технологиям. Если будет определенный интерес, я могу прочесть лекцию, потому что это объемная очень работа. Вот, как в историческом аспекте разреза, так и в технологическом. То есть со времен колдунов Вуда до достижения современного века. Можно остановиться на этом вопросе. Ситуация сейчас усугубляется тем, что в условиях запущенной идеологической парадигмы потребления и насаждения материальных интересов, духовное возрождение, как восхождение к традиционализму, если такое случится, с высокой степенью вероятности будет иметь очень болезненный характер, порождая различные противоречия мировосприятия, поскольку глубина всеобъемлющей трансформации человечества, через которую оно сейчас проходит, она беспрецедентна. Ничего подобного в истории нет. Несколько слов о том, к чему привело использование современных информационных технологий. Ну, первое, что я хотел сказать, посмотрите на Украину. Технологии отработаны. Это такие же славяне, как и мы, это люди примерно с тем же исходным менталитетом, как у нас, но теперь они стали совсем другими людьми. Сменился сам вектор развития человечества. Нашим главным делом вместо изменения окружающего мира стала трансформация нашего собственного сознания, восприятия этого мира. Хайхюм, как высокие гуманитарные технологии, которые трансформировали духовные и культурные ценности, методы их передачи, потихоньку сменяется хай-теком, высокими машинными технологиями, где человеку просто нет места. Эта революция не имеет аналогов в истории. Мы делаем то, к чему не приспособлены ни физиологически, ни психологически, ни социально. Как следствие, на сегодняшний день это личное, духовное дезориентация. Ну, можете посмотреть, сколько у нас сейчас имеется различных течений в культуре нетрадиционных, различных течений новых религиозных течений. Все это продукты того, что у человека, в общем-то, утрачена основная жизнь. Происходит трансформация личности. Информационные технологии делают ее пластичной, мозаичные, внушаемые, неспособные на долгосрочное целеполагание и систематическое приложение усилий. Суть современного информационного воздействия – это обмен внимания пользователя на получаемые ими эмоции. Это очень выгодно бизнесу, поскольку он удерживает внимание. Это приемлемо человеческому существу, то есть пользователю. Эмоции для него являются желанными. Содержательная деятельность сама по себе в этих условиях перестает быть ценностью. И необходимо отметить, что, ну, вы можете посмотреть на примере, например, страх. Страх полностью блокирует что? Разум. И когда вы переходите на уровень жизни, вот в этих информационных обменах, где на первое место выходит эмоция, то, в общем-то, разум. Хоть человеческий разум уходит на второе место или на позиции следующей после эмоций. Дело в том, что так устроен человеческий механизм мышления. У нас он двойной. То есть мы первым делом анализируем эмоциональную часть информации, а второе уже включаем разум. Ну, давайте посмотрим. Я буду говорить разумные вещи, но таким тоном нехорошим. Оскорбительно для вас. Скажите, пожалуйста, вы сможете усвоить смысл разумного содержания моей речи на таком национальном уровне? В
первую очередь вы будете оценивать не то, что я говорю, а о том, как я говорю. То есть вот эта эмоциональная составляющая, она здесь в информационных технологиях выходит на первый плюс. Далее необходимо отметить само изменение картины жизни. Вот если раньше мы не могли бы такое представить, сейчас, когда люди, например, родственники, собираются разных поколений, отметить вместе какой-то праздник, дружно заняты экранами мобильных устройств. И это, в общем-то, уже ни у кого не вызывает удивления. Посмотрите на людей, которые находятся в транспорте. Они в коконе. Если на них не надета гарнитура, значит, все их зрение обращено на маленький мониторчик. С позиции безопасности, а я как раз с этой кафедры, безопасность жизнедеятельности. Вообще, мобильное устройство – это отвратительная коммерческая программа. Для человека она вредна. Почему она вредна? Во-первых, человеческий глаз предусматривает работу в отраженном свете. Вы имеете дисплей, который светит. Это плохо для зрения. Во-вторых, если вы пользуетесь им в транспорте, то трясучка идет, трясется. Вы опять сажаете свои глаза. Ну а в-третьих, та информация, которая там находится, в интернете в основном, она процентов на 85 абсолютно бесполезна и ничего человеку не дает для его развития. Просто отбирает время, как итог, отбирает часть жизни. В связи с этим можно сделать простой вывод, что интеллект человека потихоньку переходит из головы, если он там находится, вот в это мобильное устройство, которое вы держите в руках. К чему это приводит? Общество распадается на индивидов, социальные структуры устремляются к социальной организации и вступает в противоречие с традиционно структурирующими общество духовно-нравственными основами, в связи с чем возникают те самые многоуровневые проблемы духовно-нравственной безопасности. Структурообразующими элементами общества все более становятся социальные сети, трансформирующие социальные платформы, которые интегрируют всю внешнюю активность личности и через информационно-эмоциональный фон определяют ее поведение. Общество обретает свойства алгоритмичности, а развитие индивида как творца прекращается. Что, возможно, свидетельствует о выходе на новый уровень коллективного сознания. Вполне возможно, что этот уровень будет все более и более понижаться. Глобальные племена, так называемые международные социальные сети, например, Facebook, объединены поверх государственных границ и обладают специфическими моделями поведения, причем малоизученными. Бизнес стремится укрепить эти модели как инструмент захвата новых рынков, размывая обычное общество государства и натравливая на них своих потребителей. Что мы в итоге имеем? В итоге мы имеем разрушение государственных структур, изменение менталитета, поскольку вот эти социальные сети надгосударственными, будучи, они, в общем-то, переформатируют сознание. В этих условиях информационная безопасность должна быть распространена на два сектора. На сектор по обеспечению безопасности самой личности, где, в общем-то, все более-менее понятно. И на сектор анализа социальных последствий самых процессов информатизации. Во втором случае обеспечение информационной безопасности речь идти пока невозможно. Речь вести пока невозможно, поскольку неосмысленны запущенные информационные социальные процессы. Если вы, молодежь, хотите сделать науку, займитесь социальными сетями. Будете писать кандидатские, докторские диссертации. Там никто ничего не делал, там никто не знает, что творится, и там никто не может провести серьезную аналитическую работу. Социальные сети – это, в общем-то, дикие джунгли, неизведанные никаким научным сообществом. Как реагирует система образования на сложившуюся ситуацию? Плохо. Она отстает. Что можно отметить? Отсутствует оценки надлежащего объема рисков образовательного пространства в духовной сфере. Нет и не предлагаются какие-то существенные пути нейтрализации таких угроз. Второе.
Отсутствует, соответственно, подготовка педагогов для работы в такой деликатной схеме. Вот у нас на весь социально-педагогический университет читается курс информационной безопасности личности только у нас на факультете физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Остальные педагоги, приходя в школу и начиная работать с учениками, в общем-то, никакими знаниями в области информационной безопасности и защиты ребенка не обладают. Проблему можно отнести недооценку государством, гражданским обществом результатов достижений науки, образования, культуры. Другой не менее серьезной угрозой для развития духовно-нравственного потенциала страны является манипулирование общественным сознанием. И с этим манипулированием бороться очень сложно. Почему? Потому что манипулируют не только из-за границ, но и манипулируют внутри. То есть внутренние элиты, если мы запретим манипулирование, тоже лишатся определенного инструмента воздействия на граждан. Вот у нас в Санкт-Петербурге постоянно происходит экономический форум. У нас есть товарищ Греф такой, знаете вы или нет, это главный человек Сбербанка, человек, который подписал, или точнее подготовил вступление России в ВТО, человек, который предан либеральным идеям, и как-то он ведет себя очень откровенно. И вот на одном из форумов, ну, точнее в 2015 году, он просто заявил, если мы будем, правда, это наша элита, если мы людям будем говорить правду, то как мы будем ими руководить? То есть это палка о двух концах, поэтому до сих пор у нас и не принят закон о личной информационной безопасности. Нет такого закона. Вроде как он нужен, но с другой стороны, вроде как пока можно и подождать. Глобализация информационного пространства, используя современных информационных технологий, переориентирует человека в первую очередь на новое мировоззрение. И если предположить, что такая работа имеет заказной характер, то, соответственно, ценности, которые будут формироваться в новом мировоззрении, тоже будут заказными. На сегодняшний день мы имеем изменение формы коммуникации в итоге, искажение информации, которая к нам поступает, и новое явление, как формирование мании виртуальной среды. Ну, посмотрите, наглядно возрастает потребность внимания в виртуальном пространстве. Не является исключением то, что я буду говорить. Ну, посмотрите случай. Сперва сфотографируем аппетитные пирожные. Или как-то красиво разложенные на салфетке гамбургеры, а потом приступим к еде. Нет, перед тем, как отправить первый кусок в рот, сначала выложим фото на всеобщее обозрение. Ради чего? Ради того, чтобы получить достойное количество лайков. Это, я не думаю, что это нормальный человек, понятие нормальности. Несказанно вырос интерес к чужой жизни. Ну, такой интерес всегда присутствовал. Если раньше этот интерес реализовывался через замочную скважину, подглядную за чужой жизнью, то нынче все это просто упростилось, значительно упростилось. Сейчас вместо замочной скважины пространство более широкое, это монитор вашего мобильника. Все выложено на блюдечке в социальных сетях, подано каждому охочему до пикантных мелочей. Существует целая индустрия под названием «желтая пресса», которая помогает интенсифицировать этот процесс. Что-то приукрашено, что-то придумано. Но и все это сваливается на наш мозг, лавина информации, и где уже в этой лавине невозможно отделить зерна от плевел. Новое явление, с которым мы столкнулись – номофобия. Я читал работы. Номофобия, если кто не знает, это зависимость от мобильного телефона, который сопровождается возникновением сильного стресса. Проводили исследования. Если лишить современную молодежь мобильного устройства, начинаются физиологические изменения, сначала психологические, а потом уже физиологические. Психологические начинаются через 6 часов, физиологические начинаются через 12. То есть начинает уже сердцебиение возникать, начинает изменяться температура тела, влажность на поверхности кожи и так далее. То есть человек чувствует себя в состоянии полного дискомфорта.
Нейтрализация опасности информационного воздействия на уровне общества невозможна без привлечения специалистов из области социальной педагогики. На уровне личности назрела потребность привлечения педагогов и теологов. Нормативное обеспечение в виде федерального закона об информационной безопасности тоже, как я уже вам сказал, перезрело. Я провел запрос. У нас есть такая электронная научная библиотека ЕЛАРИ. Знаете ли или нет? Ну, существует. Там собраны все научные разработки, которые в электронном виде можно вызвать на свой монитор. Заводишь ключевые слова: информационная безопасность, духовно-нравственное воспитание. В ответ ничего, ничего серьезного абсолютно. То есть серьезных исследований на стыке информационной безопасности и духовно-нравственного воспитания, они имеют очень мощную спальню. Мы не найдем в библиотеке. Создается впечатление, что или связь отсутствует, или проблема решена. Ну, а скорее всего, она просто еще не прорабатывается серьезно. По нашему мнению, основными опасностями современного информационного пространства таятся как раз для духовной сферы, поскольку они искажают систему ценностей человека. Особую актуальность для общества имеет проблема обеспечения информационной безопасности молодежи. Я уже за регламент. Можно, да? Не возражаете? Нет, да. Особая актуальность для общества имеет проблема обеспечения информационной безопасности молодежи. Анализом рисков и опасностей в информационном пространстве и образовательной среды активно занимаются в основном специалисты по информационным технологиям, то есть ИТ-шники и психологи. Определены задачи психолого-педагогического сопровождения информационной безопасности. Введено понятие безопасной информационно-образовательной среды. Дифференцирована личная информационная среда учащегося, разрабатывает технологии информационного сопровождения. Но тут есть один дефект. Все усилия сообщества в области образования, они направлены на создание стерильной, повторяю, образовательной среды. Но непонятно, как эту среду создавать, то есть фильтры пока не являются совершенным. А второе, необходимо учесть, что личная информационная среда любого обучающегося, она не включается, не заключается только в образовательной среде. Вне образовательного пространства тоже есть огромный сектор той самой информационной среды. И она, это внеобразовательная информационная среда, в отличие от образовательной, абсолютно не стерильна. А уровень ее информационного влияния не намного уступает образовательному процессу. При отсутствии должного информационного иммунитета, а в условиях стерильной среды вы его никогда не создадите, решение дидактических задач станет существенной проблемой. Формирование такого иммунитета является одним из направлений духовно-нравственного воспитания. Пока остается неясно, с помощью каких технологий, на базе каких знаний предполагается снимать эти проблемы. Какие требования к уровню знаний в области информационной безопасности должны быть предъявлены педагогическим кадрам? Какой уровень знаний или компетенции в области информационной безопасности должна обеспечивать система общего образования школьника? Если посмотреть учебники по безопасности жизнедеятельности, то вы там не найдете упоминания проблем информационной безопасности. Хотя информационное поле сейчас у нас все более расширяется вокруг ученика, доступность информации неимоверно возросла, но тем не менее никакой реакции со стороны образования нет. Каким видом информационных опасностей, на каком уровне подготовки необходимо знакомить учащихся? Тоже такие вопросы не проработаны. Если вы посмотрите образовательные стандарты, как нормативные документы, которые представляют запросы общества на результат реализации той или иной образовательной программы, то ответы на перечисленные вот эти вопросы найти там невозможно. Определенный потенциал исправления сложившейся ситуации несет аксиология, наука о ценностях. Но реального продвижения неприходящих внеисторических ценностей, к которым, безусловно, относятся ценности духовные, пока мы не наблюдаем.
Ну вот, в общем-то, я хотел остановиться на этих вопросах. В заключение хотел поблагодарить вас за внимание, сказать, что мы хотим, если мы хотим сохранить свою идентичность, нам предстоит выполнить колоссальную работу по воспитанию нового поколения, и мы находимся только в начальной стартовой стадии такой работы. Спасибо. Спасибо большое за выступление, Анатолий Александрович. Братья и сестры, сейчас мы с вами пойдем на факультет богословский. Напоминаю, что у нас две секции. Секция богословия и церковной истории, руководитель секции Ирея Владимира Абрамова. И также иеромонах Климент, но я его не вижу, отец Владимир, проректор наш будет возглавлять вашу секцию. Аудитория 305. Секция «Принципы и методы духовно-нравственного воспитания». Руководители секции я буду руководить, и также Тишина Елена Валерьевна. Аудитория 306. Сейчас, братья и сестры, мы все организованно пройдем с вами на факультет, растянемся и начнем работу. Спасибо большое. Тимофеева С. В. Магистрат В. ГСПУ. Тема доклада «Пленэрная практика как средство реализации национально-регионального компонента в системе духовно-нравственного воспитания». Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Вопросы духовно-нравственного воспитания являются важнейшими в жизни как каждого. Качественный нравственный материал становится почти так же недостаточно, как свежего воздуха и чистой воды. Проблема духовно-нравственного воспитания всегда была одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение. Согласно концепции духовно-нравственного воспитания, духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Следующий слайд. Сегодня мы наблюдаем снижение культурного и интеллектуального уровня молодежи. Характерной чертой нашего времени является засилие деструктивного содержания в массовой культуре, которое не только не создает позитивные жизненные установки, но и провоцирует кризис понимания человеком смысла собственного существования. Человек является продуктом массовой культуры, постепенно теряет нравственные ориентиры, обесценивает такие категории, как честь и любовь к родине, теряет интерес к изучению культуры, истории и традиций родного края, региона, города. Ирина Афанасьевна Соловстова считает, что особое место в системе социальных институтов, оказывающих на влияние на развитие личности и целенаправленно создающих условия для духовно-ценностных ориентаций человека, занимает возрождаемое духовное воспитание. В качестве точки соприкосновения между религиозной и светской образовательными парадигмами, в том числе в понимании духовного воспитания как социокультурного явления, процесса и вида воспитательной деятельности, она рассматривает нравственное воспитание. В настоящее время православное образование и православно ориентированная педагогическая деятельность активно интегрируются в социокультурное пространство страны и реализуются через не только совместное проведение праздников, выставок, концертов образовательными учреждениями РПЦ и государственными образовательными организациями, но и через краеведческую работу, связанную с изучением истории родного края. Проблема изучения и сохранения культурного наследия региона является достаточно современной в связи с нарастающим интересом в обществе к историческому и культурному прошлому нашей страны, а также является своевременной и актуальной для студенческой молодежи. Каждый день мы видим архитектурные свидетельства духовной жизни человека, но краны не умеют говорить. И только знающий архитектор, искусствовед может понять их язык. Возможно, именно изучение подобных архитектурных сооружений поможет студенту, будущему педагогу-художнику, взглянуть по-новому на изучение истории своей родины. В рамках пленэрной практики одной из важных составляющих программ подготовки студентов будущих учителей изобразительного искусства, художников и дизайнеров в рамках проекта «О чем молчат храмы» мы предлагаем не только приобрести опыт работы на открытом воздухе в самостоятельной творческой работе, но и расширить свои знания в области краеведения.
Посредством общения с архитектурой русского православного храма как явления прекрасного, наиболее открытого миру и воплощающего в себе символы православной веры, обогатить свой духовный мир и развить любовь к Отечеству. Внедрение регионального компонента в содержание образования как эффективного средства воспитания уважения к традициям предков к родной земле и культурному наследию прошлого на протяжении долгого времени является одним из важных направлений подготовки художника-педагога. Для наиболее полного развития этого направления необходимо органичное соединение творческой работы и историко-культурной составляющей во время работы студентов на пленэре. Формы реализации данного направления могут быть самые разные. Пленэрно-экскурсионная поездка в область, это и храмы и монастыри Серафимовического, Дубовского, Клецкого, Ольховского и других районов, пленэр-лекция в рамках районов города Волгограда, то есть храмы города Волгограда. В рамках проекта «О чем молчат храмы» мы предлагаем студентам пленэра, связанные прежде всего с архитектурным наследием региона, совмещая живописные этюды, графические зарисовки, наброски архитектурных памятников, работу опытных преподавателей, художников с экскурсией. Такая форма работы позволяет решить две главные задачи. Первое. Это возрождение интереса к истории искусства малой родины. Ознакомившись с объектом культурного наследия через экскурсию, лекцию, рассказ, студент рисует свое художественное произведение вдумчиво и осмысленно, чувствуя причастность, приятие, восприятие этих общечеловеческих ценностей как важных и своих, передачи это через этюд зрителя. Будущие учителя изобразительного искусства, художники и дизайнеры знакомятся с непростой, а подчас и трагической историей. Узнают, когда и кто эти храмы строил, расписывал, украшал, какие чудотворные иконы, мощи и другие реликвии в нем хранятся. На наш взгляд, эта информация необходима будущему художнику для достоверной передачи образов в своей работе. Выбор сюжетов для этюдов, набросков данного типа на пленэрах был продиктован желанием, если не сохранить, то хотя бы увековечить исторически значимые места в картинах, которые по тем или иным причинам могут быть разрушены временем или наоборот измениться и приобрести другой вид. Студенту-художнику важно понимать необходимость восстановления памятников архитектуры и их сохранения для будущих поколений. Отметим, очень важно, особенно на пленэре, воспитывать в себе чувство культуры, видение и восприятие красоты окружающей природы. Вторая задача, которая решается, это подготовка материалов для будущей дипломной работы. Опыты пленэрной живописи и рисунка помогают разобраться в основных законах живописи и рисунка, значительно расширяет миропонимание художника, открывает много нового и увлекательного. По статистике, больше половины студентов Института художественного образования встречаются с затруднениями в работе над дипломом, непосредственно при выборе темы для его творческой части. Участие студентов в проекте «О чем молчат храмы» на втором и третьем курсах обучения позволит дополнить и обогатить свои наработки для диплома, разнообразить выбранную тему, приобрести новые качества для работы в студии. Молодые живописцы останавливают свой взгляд на сюжетах, рождающих творческое вдохновение, совершенствуют художественное видение, питающих любовь к величественному городу и его красоте. Сделать себя нравственнее, добрее, чище, значит сделать таким мир вокруг себя. Духовно-нравственное воспитание – это не только проблема дошкольного и школьного образования, это проблема и высшей школы образования, требующей продолжения изучения основ духовно-нравственной культуры. Предложенная нами форма работы в виде проекта «О чем молчат храмы» позволяет решить эту проблему. Спасибо за внимание. Один вопрос, если у кого-то есть? Есть. Скажите, пожалуйста, свою образовательную программу. У вас есть какая-нибудь дисциплина, которая теорию символизма закрывает? Или как вы с такой проблемой? Можно еще раз повторить вопрос? А символ? Символа? Ну, художник это же. У нас символ Святого Духа. Что? Голову. Хорошо, я немного поясню. Я закончила Институт художественного образования, Волгоградский государственный социально-педагогический университет в прошлом году. И в рамках нашей образовательной программы у нас была история искусств, в рамках которой мы проходили историю русской культуры, скажем так. И там у нас было непосредственное знакомство с символами именно православной церкви. Спасибо. Спасибо большое. Следующий докладчик у нас, давайте у нас Титов отдышится, Спирин. Спирин у нас. Тема доклада «Молитва преподобного Ефрема Сирина в поэтическом переживании Александра Сергеевича Пушкина». Инициалы все Пушкина я могу, конечно, назвать, ваши, к сожалению. Здравствуйте.
сегодня я хотел бы в своем докладе поднять тему религиозности Александра Сергеевича Пушкина. Тема, которая остается до сих пор дискуссионной. По той простой причине, что у Пушкина на разных этапах его творчества были совершенно разные воззрения, и поэтому кто-то его причитает атеистом, кто-то православным, кто-то просто делает из него какую-то духовную фигуру, но не более того. И поэтому мне стала интересна эта тема, и я решил проанализировать его стихотворение, его стих, который первоначально назывался «Молитва». Сейчас я его сначала прочту, и после перейду к анализу. «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще не она приходит на уста и плачущего крепит неведомую силу. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зрить мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Этот стих был написан 22 июля 1836 года. В этот год умерла мама Пушкина, Надежда Осиповна Пушкина. Она умерла 29 марта 1836 года в Пасху, пасхальное воскресенье. И данное стихотворение носит переосмысление того периода, который предшествовал смерти матери, соответственно, переживания во время Великого Поста, переживания во время смерти, переживания во время Пасхи и после. И так как времени у нас не так много, перейду к самому главному. Сам стих делится на две части. Первая часть, это которая подводит нас к стихотворному приложению молитвы Ефрема Сирина. Почему именно Александр Сергеевич взял именно эту молитву? На наш взгляд, это здесь есть несколько аспектов. Первый аспект – это биографический. Я думаю, потому что если сравнить биографии Ефрема Сирина и Александра Сергеевича, можно найти некие схожие части. Это некая горячность юности, которая была у Ефрема Сирина, которая была у Александра Сергеевича. Это шалости, это те и последующие наказания, и раскаяния, которые были у Ефрема Сирина и Александра Сергеевича. Ефрем Сирин считается поэтом, что также сходится с биографией Александра Сергеевича. И очень важно здесь то, как переложил молитву Александра Сергеевича. Переложил ее следующим образом. Если Ефрем Сирин просит что-то приобрести, а чего-то не давать его душе, то Александр Сергеевич молитву разбивает на три части. В первой части он просит что-то не давать его душе. Это дух праздности унылый, любоначалие и празднословие. Если у Ефрема Сирина говорится отдельно о праздности и об унынии, то Александр Сергеевич сводит в унылую праздность. Здесь интересный момент. Я думаю, что это произошло, потому что унылая праздность – это был какой-то особенный грех, который характерен для Александра Сергеевича, поэтому делает на нем акцент, совмещая, потому что если мы разъединяем, то уныние и праздность – это немного разные вещи, и, соответственно, праздность может быть и без уныния. Далее он просит что-то ему дать, это зреть его прегрешения, и чтобы его брат не принял осуждение. И далее он просит оживить его сердце. Если, напомню, что в молитве Ефрема Сирина, здесь интересный комментарий у иеромонаха Иова Гумерова по этому поводу. Одни духовные дарования поэт просит Господа подать ему, а другие просят оживить. Что предполагает? Я думаю, навряд ли здесь Александр Сергеевич шел против святых отцов. Скорее всего, это был некий этап его духовного развития, который он хотел бы возродить, который он видит в прошлом. Соответственно, это была такая рефлексия. Здесь в
данном анализе мной было еще много найдено, поэтому кому будет интересно, пришел к выводу о том, что Александр Сергеевич к концу своей жизни все-таки пришел к православию, к христианству и максимально духовно развился, так что мы можем гордиться нашим гением. Спасибо. Вопрос, если есть один, сказал ваш коллега, говорите, Титов, отчество ВД, извините, надо было. В следующий раз я попрошу писать ваше отчество. Тема доклада «Метод versus Батла на уроках литературы». Бороться с негативными явлениями в современном культурном обществе не только бесполезно, но и вредно. Как говорил вчера Витя, запретный плод сладок, и дети только больше будут хотеть увлечься тем, что запрещено. Сейчас во всемирной сети интернет очень распространены versus батлы. Особенно они популярны среди школьников младшего и среднего возрастов. А в группе ВКонтакте, посвященной versus батлам, более 300 тысяч человек подписаны. И это, ну, не точная выкладка, конечно, но это четверть группы, которая там, ну, четверть участников. Суть таких батлов, я сразу, ну, чтобы было понятнее всем, батлы, по сути, versus батл это поэтический поединок, но versus батл это частный поэтический поединок, это вообще. Суть таких поединков заключается в том, что двум людям даются три раунда, за которые они максимально должны унизить оппонента, жюри выбирает лучшего, и тот получает славу и деньги. Сразу стоит оговорить, что мы снимаем цель по унижению оппонента, так как противный день духовно-нравственного воспитания, и переводим в спорт в цивилизованный формат дискуссии, не имеющий задачи принести достоинство каждому выступающему. Но стоит заметить, что это очень популярное явление, и на сайте YouTube некоторые ролики набрали уже больше 20 миллионов просмотров, а самые популярные – более 42 миллионов. Ну, то есть, если брать от России, это третья Россия. Ну, там, естественно, зрители не только Россия. И мы считаем целесообразным использовать versus battle на уроках литературы. Также считает председатель независимой ассоциации словесников Роман Дощинский. Не стоит на месте литературный процесс, появляются новые писатели, возникает определенная мода на книги. Урок литературы – это всегда бесконечное разнообразие. Где-то нужны рэп-баттлы, где-то синквейны, где-то хоп, где-то хрии. И все это может стать основой урока литературы. Мы с этим полностью согласны. И мы считаем, что лучшей формой для реализации нашей идеи будет проект. Он будет среднесрочный, ученики будут представлять поэтов, двух поэтов одного времени, но относящиеся к разным литературным течениям. В ходе презентации итогового материала они должны будут батлить друг с другом, используя цитаты и отсылки к биографии и творчеству поэтов. Целью учеников будет победа в батле и творческое самовыражение. Приобщиться к популярному явлению, как мы считаем, является уже достаточной мотивацией для учащихся. Однако оценочную систему в российском образовании никто не отменял. Изначально стоит определить, какие именно на начальном этапе сразу же стоит определить, какие именно поэты будут представлены на поединке. Сделать это должны сами ученики, а обязательным условием должна быть включенность поэта в школьную программу. И здесь уместен мозговой штурм с последующим коллективным обсуждением. Учитель не должен навязывать, но должен путем скрытых вопросов или каких-то намеков вывести учеников на ту пару, между которыми или возможен конфликт какой-либо, или же был реально существующий. Также мы должны выбрать количество участников, групповую или индивидуальную работу. Мы рекомендуем групповую, так как объем требуемых знаний велик, также это полезно для развития коммуникации в коллективе. Примером в этой статье будет служить условная поэтическая дуэль между Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским. Такой пример очень иллюстративен из-за множества факторов. Они жили в одну историческую эпоху и в одной стране, их жизненные пути часто пересекались. Также их различия во взглядах на поэзию и вообще на жизнь приводило к реальным конфликтам между ними, но не задокументированными, но по воспоминаниям мемуара. А также одно из самых главных условий – они входят в список для обязательного изучения. И, что еще важнее, это одни из самых популярных поэтов среди молодежи и школьников. На начальном этапе учитель должен посоветовать полезную научную литературу и рассказать об отдельных эпизодах из биографии поэтов, чтобы работа учеников была максимально продуктивной.
В нашем примере ученикам рекомендуется изучить сборник Владимира Маяковского «Окна сатиры Роста», его же статья «Как делать стихи», книгу Якова Блумкина «Воспоминания Сергея Есенина» и так далее. После чего ученики в течение подготовки к батлу должны будут регулярно отчитываться о проделанной работе. Учителю же надо будет грамотно направлять учеников, но при этом не ограничивать свободу учащихся. Если задуманная ими идея нереализуема, они сами это поймут путем проб и ошибок. Примерная длительность подготовки должна быть около месяца, так как в первую очередь у нас школьный процесс, и мы не должны отвлекать от него учеников. И также мы не должны лишать их отдыха, что очень важно. Через определенное время вместе с учителем должны проходить собрания, на которых каждый должен будет отчитываться о проделанной работе, предлагать свои идеи или уже готовые набросы. На таких собраниях учитель выполняет роль партнера и путеводителя. Учащиеся же должны сами контролировать свою работу, корректировать недостатки, оценивать свой вклад и вклад их партнеров, выбирать наиболее эффективный способ работы, структурировать имеющиеся знания. Когда же подойдет время батла, то каждая команда должна будет выбирать по одному ученику, который будет декламировать подготовленный материал. После выступления должна пройти беседа, во время которой дети будут рефлексировать и будут анализировать то, что у них в итоге получилось. В процессе чего, опять-таки, учитель должен показать их все недостатки и достоинства, которые произошли, и работать над ошибками, и гордиться своими неошибками. Оценить же работу стоит в двух аспектах. В подготовительной части непосредственно само выступление. В подготовительной части оценку стоит ставить, исходя из степени самостоятельности выполнения различных этапов, степени включенности в групповую работу, степени осмысления использованного материала и так далее. Само выступление стоит оценивать по следующим критериям. Выразительность чтения, правильное выделение ключевых слов, расстановка логических ударений, логических пауз, правильность выбора интонации, темпа чтения, силы голоса, ну, тоже так далее. Такой проект полезен тем, что помогает учителю реализовать индивидуальный подход в образовании. Интересы современных школьников очень разнообразны, и найти подход к каждому ученику педагогу очень сложно. Такая работа особенно полезна тем ученикам, которые чрезмерно увлечены темой батла. Для них подобная деятельность послужит важным шагом для переориентации в культурном пространстве, даже если они сами этого изначально и не будут осознавать. Также эта работа будет для них в зоне актуального ближайшего развития. Мы не просто меняем акцент, а полностью меняем содержание, оставляя в изначальном виде форму. Таким образом, мы переключаем отрицательный аспект деятельности на положительный. Именно с помощью этого мы добьемся духовно-нравственного роста. Ну, я могу прочитать примеры, но я не переделал. Ну, вот спасибо большое за доклад. Вопросы есть у участников, да? Да. Вы как вы думаете, смотрите, есть популярность купатов. Соответственно, есть люди, для которых они являются неким авторитетом, да? Например, те, кто играет просмотр. Вопрос следующий. Если они относятся к этому как к какому-то высшему авторитету, не будут ли они думать, что то, что происходит в школе с рэп-баттлами, это профанация, и относиться к этому как к нечто смешному, неприязнь такая возникает? Не может быть, да? В том-то и дело, что мы даем ученикам полную свободу. Они сами будут все делать. Казалось бы, скрытое манипулирование является, как бы это ужасно ни звучало сейчас, это является одним из самых действенных способов. Ребенка направляют путем вопросов, намеков, и он сам понимает, но не чувствует давления учителя, потому что давление в данном случае будет ужасно. Также мы меняем только содержание, но не форму. Если мы будем сильно менять форму, то останется, по сути, только название, и тогда дети почуют неладное и не согласятся в этом участвовать. Когда же у них будет полная свобода, им скажут, вы можете побатлить, как там Оксимирон и Слава КПСС, только не сами, а словами Маяковского и Есенина. Им это будет, как нам кажется, за милую душу. Конечно же, учитель должен сам несколько понимать в этой теме, сам этого хотеть. И при должном умении и педагогическом таланте это будет отличный способ, чтобы вытянуть ребенка из трясины версус. Спасибо. Здравствуйте. Мой доклад «Основные компетентности педагога в вопросах духовно-нравственного воспитания». Основной стержневой энергетикой выживаемости и безопасности человека является смысловое поле его внутренней культуры,
то есть духовно-нравственная сущность. Хотелось бы отметить, что в современном мире духовность, она несколько замещена у нас материальными составляющими. Ярым таким вот примером можно сказать, что вот в древности считалось, что идеал человека – это духовный человек. То есть человек рождается, младенец, и он стремится к тому, чтобы стать духовным человеком, духовно обогащенным. Сейчас же это все сместилось с этими материальными составляющими. То есть человек сейчас рождается и стремится к чему? Да к тому, чтобы купить там, себе крутую машину, там, много денег зарабатывать, выкладывать фотографии, получать от этого лайки, ловить от этого хайп. Ответом государства на создавшуюся ситуацию стало принятие концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе которой сформировались воспитательные задачи, вошедшие в федеральный образовательный стандарт основного общего образования. Согласно данному документу образования, отводится ключевая роль духовно-нравственной консолидации российского общества. Также приведены основные принципы духовно-нравственного воспитания. Это нравственный пример педагога, социально-педагогическое партнерство, индивидуальное личностное развитие, интегрированность программ духовно-нравственного воспитания, социальная востребованность воспитания. Нужно не забывать, что результат духовно-нравственного воспитания необходимо рассматривать самому педагогу как некую ценность, важность, пользу. Также очень большую роль играет роль семьи в формировании духовно-нравственных ценностей. Об этом тоже не стоит забывать, потому что прежде чем ребенок приходит в образовательное учреждение, он уже с какой-то основы, какой-то фундамент ему уже должна дать семья. Семья в основном дает это на результате своего как бы жизненного опыта, которые они приобрели также в школе, вот прошли вот этот жизненный этап. Система образования. Основная ответственность системы по духовно-нравственному воспитанию ложится на дошкольное и начальное звено. Именно на их деятельность должны быть сосредоточены внимание и интересы общества. Именно для этих звеньев должна в первую очередь разрабатываться методы воспитания детей, а также проводиться необходимая подготовка специалистов. Методы духовно-нравственного воспитания выступают как пути и способы формирования духовно-нравственного сознания, развития моральных чувств и выработки навыков и привычек поведения, включая известные группы. Первый – это метод формирования сознания личности, методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Далее – методы стимулирования поведения и деятельности. Позже – эффективность социальной работы институтов воспитания утрачивается по двум причинам. Во-первых, наиболее мощное воздействие на молодого человека в дальнейшем будет оказывать социальная среда. Это то, куда он будет погружен, как нам ранее говорил Анатолий Александрович, это вот эти вот экраны наших телефонов, они вот отнимают у нас много времени. Вот. Соцсети, в которых попросту весь план, там знаний практически никаких, мы интересуемся жизнью людей, хотим им, ну, кому-то там подражать, вот, и забываем про самих себя, вот, и тем самым как бы не развиваемся. Следующее – это духовно-нравственное воспитание в системе среднего и старшего школьного возраста теряет эффективность, чему есть много причин. Во-первых, школа утратила свою воспитательную функцию. Свидетельство этого соответствует отношение к учителю как со стороны учеников, так и со стороны государства. Хотелось бы немного остановиться на этом. Во-первых, со стороны государства это то, что сейчас работа учителя, она все знают, сколько получают учителя, вот, она в большей степени, можно сказать, неоправданно вообще. Потому что, во-первых, идет настрой со стороны семьи на то, что ну как ты учишься, так и учись, мы тебя потом куда-нибудь пристроим, будешь работать, и учителя там все равно ничего не знают. Вот. Со стороны учителя. Учитель перед учеником сейчас утратил свою воспитательную функцию,
он стал для него как бы продавцом знаний, а не воспитателем. То есть ребенок приходит как в магазин, вот, и тем самым учитель для него как какой-то продавец, что ли, торгаш вот, становится. В-третьих, на рассматриваемый период приходится переходный возраст ребенка, в течение которого авторитет взрослых, в том числе и педагога, снижается при возрастании авторитета сверстника. Но это, я думаю, пояснять не стоит, все это и так понимают. Необходимо отметить, что продуктивность духовно-нравственного воспитания зависит от осознания опасности и рисков, которые будут сопровождать этот процесс. К опасности можно отнести это глобальное информационное пространство, усиление социального контроля с помощью цифры, обратной стороной которого является рост цифрового слабоумия населения, трансформация личности. К риску можно отнести потенциальную трансформацию социальных сетей, как структурирующий элемент общества, социальные платформы, интегрирующие всю внешнюю активность личности и через информационный эмоциональный фон, определяющий ее поведение. Общество становится алгоритмичным, развитие индивида прекращается, так как соцсети ради удержания внимания помещают его в кокон комфорта, в котором отсутствует мотивация для развития. Спасибо за внимание. Это все. Вопрос. Следующий. Скажите, пожалуйста, в каком документе отражены основные компетенции педагога? Основные компетенции педагога, они имеют отражение в федеральном государственном стандарте, они там тоже это прописаны. Также немного хотел бы сказать вот, по духовно-нравственному воспитанию, насколько очень важным оно у нас в государственном значении. Даже в стратегии национальной безопасности России уделили особое внимание духовно-нравственному воспитанию наравне с экономической безопасностью, вот, политической вот, и так далее. У меня все. Доклад называется «Моделирование этапов урока как основа духовно-нравственного воспитания». Старшеклассники нацелены на получение будущей профессии, и в связи с этим зачастую обучение перестает быть направленным на развитие личности. Ее положительных качеств приобретает характер обучения для высоких достижений, успешной сдачи государственных экзаменов и так далее. Как известно, детство является самым восприимчивым периодом в жизни человека для развития эмоциональных ценностей, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания и так далее. На наш взгляд, наиболее целенаправленным и эффективным духовно-нравственное воспитание будет являться в условиях проведения урока. Прививая с помощью различных методов и средств обучения базовые ценности и понятия, постепенно ученики усваивают и базовые жизненные ценности, необходимые в дальнейшей жизни в разнообразном с различных сторон общества. Для того, чтобы урок был не только информативным и содержательным с точки зрения изучаемого предмета, но и имел в себе ценностный смысл в содержательном аспекте духовно-нравственного воспитания, необходимо составить его, определить этапы их содержания, то есть смоделировать его. Урок при моделировании также должен быть ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, так называемого портрета выпускника школы, соответствуя требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Моделирование в контексте педагогической науки рассматривается такими учеными, как Беспалько, Богатырев, Дахин, Гладатко, Монахов, Хуторской и другие. Мы же определяем понятие педагогического моделирования как систему, содержащую собственные компоненты и новообразование, одновременно представляющую собой процесс, порождающий комплекс моделей, описывающих различные факторы развития образовательной и воспитательной системы, неразрывно связанных и постоянно взаимодействующих с собой. Процесс, определяющий логику отбора, структурирования, также содержания и индивидуализации воспитательного процесса. И как явление в современной воспитательной практике, позволяющее рассматривать отдельные воспитательные конструкты на теоретическом и эмпирическом уровнях во взаимосвязи и взаимообусловленности друг с другом. Урок, как основная единица учебно-воспитательного процесса, на наш взгляд, представляется возможным средством духовно-нравственного воспитания развития старшеклассников. Моделирование внутренней структуры урока, этапов, их последовательности и конкретного содержания предоставляет возможность учителю для развития духовно-нравственной сферы личности школьника. Охарактеризуя старший подростковый возраст, которому соответствуют старшеклассники, учащиеся 10-11 классов. Им соответствует идентификация и самоопределение,
которая характеризуется самооценкой из старшего подростка, которая становится более устойчивой, постепенно независимой от мнения сверстников. Главной нормой образования возраста становится самоопределение, как личностное, так и профессиональное. В связи с этим возникает полуролевая идентификация. Прежде, так, содержательной процессуальной модели профессионального самоопределения Кожникова центром признается ценностно-нравственный аспект. Также отметим, что ведущим типом деятельности старшеклассников является труд, направленность на будущую профессиональную деятельность и общение со сверстниками. Перечислим основные цели воспитания обучающихся, провозглашенные в концепции духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина, необходимые для создания модели этапов урока. В сфере личностного развития – это готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла жизни и так далее. В сфере общественных отношений – это готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам, законопослушность и так далее. В сфере государственных отношений – это повышение эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны и укрепление национальной безопасности. Мы сформулировали на основе данной концепции принципы моделирования урока, лежащие в основе духовно-нравственного воспитания старшеклассников. На наш взгляд, ими является ориентация на личность старшеклассника, ее особенности, способности, интересы, профессиональные ориентиры. Использование на уроке условных ситуаций, кейсов, содержание которых несет духовно-нравственный смысл и посыл для духовно-нравственного воспитания. Использование кейс-метода, суть которого в том, что обучающимся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний. Далее, использование интерактивных методов обучения на уроке с целью взаимодействия старшеклассников между собой. Организация взаимодействия в малых группах сверстников для сплочения коллектива и поддержания высоконравственных отношений между ними. Предоставление возможности старшекласснику самому выбрать деятельность на уроке из предложенных учителем. Предоставление возможности самому поставить цель и задачи, выполняемые им деятельности. Использование на уроке также в сочетании с внеурочной деятельностью, проектной деятельности, продуктом, который должен стать потенциально социально значимый проект с реальной возможностью внедрения и реализации на практике. Постановка для старшеклассника вопросов на уроке таким образом, чтобы активировать не только мышление, но и отношения, сложившиеся относительно духовно-нравственных ценностей. Создание модели взаимодействия, в которой одни ученики становятся наставниками для других, для передачи собственного опыта с последующей сменой ролей. И, наконец, создание модели взаимодействия с учителем, выступающим в роли фасилитатора. В заключение мне бы хотелось отметить, что мы руководствуемся сформулированными нами принципами моделирования урока. При проведении уроков информатики и ИКТ у старшеклассников на базе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в МОУ гимназии номер 1 Центрального района города Петропавловска. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Вопрос. Да, вопрос такой. Спасибо за интересный доклад. Вопрос, который, в принципе, можно задать каждому, кто здесь задает по поводу принципа метода духовно-нравственного воспитания. Скажите, из каких позиций вы будете исходить в моделировании урока и вообще духовно-нравственное воспитание? Библия, Танах, Коран, этика какой-либо школы? То есть, что вы берете за основу, на чем строите этику? Спасибо за вопрос. Я могу ответить на него так. В первую очередь я руководствуюсь конкретными классами, конкретными детьми, которые предоставляются мне для работы, если говорить в рамках практики. Как известно, обучение – это индивидуальный процесс, как и воспитание, поэтому в первую очередь нужно понять, что нужно конкретному классу, какие бывают, можно сказать, пробелы в воспитании, и именно на это направлять свое воздействие. Наталья. Тема доклада – приобщение современной молодежи к христианским традициям средствами церковного искусства. Да, тут речь идет о уже церковной молодежи. В концепции молодежного служения Русской Православной Церкви написано, что посещающие храм юноши и девушки, так же, как и все, стремятся к общению. Молодые люди всегда открыты диалогу с теми, кто разделяет их взгляды, и с теми, кого они бы хотели убедить. Возможность ощутить единство православных христиан необходима для того, чтобы через это открылась миру любовь Божия, явленная в единстве Святой Живоначальной Троицы.
Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они да будут в нас едино, говорится в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 21 стих. В современных условиях работа с молодежью со стороны церкви осуществляется по многим направлениям. Одним из таких направлений является церковно-певческая деятельность для молодых прихожан-непрофессионалов. Святейший патриарх Московский сия Руси Кирилл сказал, что возрождение народного пения – это один из путей воцерковления нашего народа, потому что человек, участвующий в пении и слышащий эти мощные звуки справа, слева, спереди и сзади, он как бы погружается в особую стихию общей молитвы, чувствует, что такое приход, что такое община. Поэтому, говорит патриарх, я настоятельно призываю возрождать народное пение. Святитель Иоанн Златоуст говорит, пишет, что Господь соединил мелодию с пророчествами, псалмами и молитвами для того, чтобы все, увлекаясь плавным чтением стихов, совершенным усердием возглашали священные песнопения. Христианство дарует людям тот запас духовно-нравственных ценностей, приобщение к которым могут сделать человека действительно счастливым. Приобщение понимается как процесс познания мира и стремление познать духовную сущность окружающего мира. Внешняя сторона познания связана с отношением человека к миру, а внутренняя – с познанием самого себя. Василий Великий видит суть приобщения в единении двух миров – материального и духовного, то есть соединение человека через материальный мир с миром духовным. Точкой пересечения такого соединения мы определили церковно-певческую деятельность, организованную на приходе среди молодежи. С целью выявить заинтересованность в церковном пении нами был проведен опрос среди молодых прихожан храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии города Волгограда. Возраст от 20 до 35 лет. Был задан вопрос, хотели бы вы петь в церковном хоре? 9 человек из 20 ответили утвердительно, остальные затруднялись дать однозначный ответ, так как заранее не думали об этом, считая, что путь на клирос открыт только профессионалам. При опросе стало ясно, что молодые люди понимают значимость церковного пения, однако большинство из молодых людей высказали настороженное отношение к тому, чтобы самим попробовать себя в этом деле. Причины называли следующие – нехватка свободного времени, усталость после трудовой недели, маленькие дети, страх, что не получится, так как нет слуха и голоса. Несмотря на это, мы предложили создать группу любителей церковного пения и попробовать свои силы в этой сфере деятельности. И хотя было высказано много опасений со стороны опрашиваемых, на занятия, тем не менее, пришли 12 человек. Именно с этой группой мы начали экспериментальную работу, которая заключалась в подготовке к участию в Пасхальном хоровом соборе. Рассмотрим кратко формы организации церковно-певческой деятельности. Первая форма – это участие в православном богослужении. Эта форма подразумевает знание последования службы, значение каждого ее эпизода и понимание смысла того, что возглашается, поется или читается. Предполагает соучастие в богослужении. В отличие от других форм, это не выступление, а прихожане, не зрители и не слушатели. Главное здесь – это слово, которое провозглашают певчие из клироса. Изучая тексты песнопений, мы учимся понимать церковно-славянский язык, осмысливать то, что поем, изучаем гласы, а также постепенно знакомимся с элементами нотной грамоты. Хорошо, если в ансамбле будет присутствовать профессиональный певчий. В этом случае ребята учатся понимать, что значит слышать другого и петь в унисон. У них пропадает страх публичного исполнения и реализуется принцип соборного пения. Вторая форма – это участие в фестивалях православной песни или в концертах, посвященных Дню города, Дню России, Дню Победы. Данная форма воспитывает любовь к России, к ее культурным ценностям, чувство патриотизма. Это форма взаимодействия с целевой аудиторией, в своем роде выступление, где есть зритель, он же слушатель. Пение со сцены несет под собой определенную информацию о празднике, которым посвящен данный фестиваль. Например, фестиваль православной песни, приуроченный ко Дню Рождества Пресвятой Богородицы. На молодежную группу прихода ложатся миссионерские задачи, а значит, коллективу нужно самим погрузиться в ценностные основы праздника. Ребята изучают историю, богословские смыслы праздника, читают типикон, встречаются с настоятелем прихода. Третья форма – это посещение с концертами детских домов или приютов для престарелых. Эта форма воспитывает чувство милосердия и сострадания. Подразумевается выездной концерт с произвольной программой. Это одна из форм оказания помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Цель такого выступления – подарить людям положительные эмоции. И четвертая форма, самая приятная и уютная – это музыкальные вечера на приходах, которые подготавливаются каким-либо праздником. Здесь присутствует и самореализация, новые знакомства с прихожанами, создание одной большой христианской семьи. Эта форма не подразумевает большого количества зрителя, требует камерной обстановки, развивает вкус, творческую активность, расширяет кругозор. Могут готовиться как общехоровые номера, так и сольные выступления участников. Такая деятельность обязательно должна поощряться. В зависимости от возможности прихода можно организовывать для участников коллектива, например, поездку по святым местам или какой-то совместный поход. Подводя итог сказанному, можно сказать, что возраст молодости – это благоприятная пора для расцвета духовных сил и применения их на благо и процветание общества. Церковно-певческая деятельность рассматривается нами как возможность молодым людям проявить активность, направленную на преобразование мира. В то же время такая деятельность способствует познанию духовных смыслов евангельского учения и способствует становлению отношения у молодых людей к окружающему миру с позиции христианских ценностей. Влияние православной духовной культуры на формирование личности носит комплексный характер, поскольку происходит воздействие на чувства, волю и сознание человека. Через исполнение песнопений передается духовный опыт человечества, реализуются высшие духовные потребности личности в познании, в установлении гармонии с миром и самим собой, в ощущении счастья и решении вопроса о смысле жизни, в стремлении к идеалу и воплощении всех личностных стремлений. Спасибо. Вопрос, Анатолий Александрович. Прям очень интересно. Вы как специалист, объясните, пожалуйста, существует ли логика гласа в процессе проведения службы? Конечно, логика есть, да, космогласия. Гласов 8. Почему там такой глас? Почему здесь? Как они влияют? Или это просто какая-то каноническая структура, которая не подвергается никакому осознанию? Да, я еще специалистом себя назвать не могу. Конечно, это каноническая структура, да? Правильно я говорю? Ну, я, может, несколько слов добавлю здесь к выступающим. Дело в том, что гласы – это традиция не собственно русская, это традиция греческая, византийская. И гласы, они создавались непосредственно… Глас – это мелодия. Ну, да. И мелодия отражает, конечно, она соединена со смыслами текста. Есть мелодия мажорная, есть минорная. Естественно, есть песнопения, тексты, которые более грустные, а есть более веселые. А, понятно. Вот да. Есть. Да, есть именно корреляция такая между мелодиями и содержанием самих текстов. Спасибо. Мы, ну, видите, мы перешли так уже к теме, вернее, к людям, которые на практике занимаются уже непосредственно и долго, и активно с детьми, с учащимися. И следующие выступающие, ну, у нас две фамилии здесь, это представители школы МОУ, начальной школы номер один, Гировская НВ и Колосова НА. Мне понадобится помощь, потому что нужно будет включить презентацию. Хорошо, так, кто у нас? Хорошо. Да, в том, что наше образовательное учреждение, оно непростое. В нашем образовательном учреждении обучаются дети с особенными возможностями здоровья. В данном конкретном случае дети с нарушением зрения. Естественно, если поразмышлять, с какими трудностями дети сталкиваются. Во-первых, у детей есть сложности в общении. Это естественный параметр. И не только в общении с детьми, которые не имеют нарушения в развитии, но и в установлении социального взаимодействия в своей же структуре. То есть дети, нет у них потребности, особенной потребности в игре, во взаимодействии. То есть даже игровая деятельность у них происходит немножко иначе, чем у детей с сохранным зрением. И важным аспектом также здесь является то, что когда такой ребенок рождается в семье, каким образом родители реагируют и каким образом они принимают эту проблему. То есть здесь еще образовательное учреждение выступает как помощник таким семьям, помочь родителям принять
помочь родителям узнать, как работать с такими детьми, по каким принципам развивается их личность, как помочь им взаимодействовать со своим ребенком дома, чисто, допустим, организационно-образовательный момент, и также помочь родителям, в том числе, обогатить свои представления в плане даже личностного своего развития. Может. То, что, в общем-то, было и сказано, через семейный клуб, через то, как мы подаем это родителям, через совместный семейный досуг, через традиции семейного клуба, родители учатся также, и самое отрадное то, что они реально проецируют те взаимоотношения, которые они усвоили, скажем так, в рамках специально организованной деятельности, также родители вносят их в свои семейные, скажем так, устои. И, возможно, это в принципе традиции в семье есть, но в силу того, что достаточно ритм работы и ритм жизни сейчас у нас какой очень быстрый, то есть основной момент – ребенок накормлен, здоров относительно, обучение как протекает, то есть что ты усвоил, что не усвоил, там какие-то нюансы. И, естественно, забывается о духовной стороне, о нравственной стороне, о процессе воспитания, как было уже предыдущим оратором озвучено. Можно следующее. Целью работы нашего семейного клуба является развитие самого процесса взаимодействия. То есть, если этого процесса не будет, это как бы своеобразный портал. То есть, своего рода, если родители испытывают трудности, то есть через процесс взаимодействия. Если мы не выстроим этот процесс взаимодействия, то родители также останутся закрытыми, и также результата мы не сможем никакого достичь. Задачи, которые мы решаем в плане реализации этой цели, представлены вашему вниманию на слайде, чтобы, в принципе, их не дублировать, продолжаем. Направление работы нашего семейного клуба мы выделили первое – это просветительское. Все-таки это как раз повышение психолого-педагогической культуры родителей. Второе – это практически действенное, то есть приобщение родителей к тому, что все-таки семейный клуб – это какое-то общее дело. В данном случае у нас специализация, в общем-то, мы работаем по, в общем, такую… Как бы художественно-эстетическое направление мы взяли, то, что детям интересно рисовать, разукрашивать, лепить. То есть через то, что детям интересно, воспитываем и развиваем у детей те или иные качества, также развивая эти же качества в родителях, потому что все из семьи. И следующее направление именно как раз вот социально-культурное развитие, то есть развиваясь через деятельность, развиваем сами себя. Формы и методы работы – это общие, скажем так, педагогические, конечно. Они делятся на три вида, представлены также вашему вниманию на слайде. Конечно же, вот индивидуальные формы – это консультации все, какие мы оказываем по вопросам обучения детей. Они в обязательном порядке должны быть индивидуальные. Лишь те коллективные, которые, такие как круглый стол, допустим, деловые игры, вот опять же, семейный клуб мы проводим в три единства, то есть педагог, дети и родители. Ну, грубо говоря, родители, там еще и прародители, то есть связь поколений, то есть мы расширяем варианты взаимодействия, то есть интересная вообще очень достаточно форма. И используем, если это круглый стол, обмен мнениями, используем форму родительского клуба, то есть где-то раз в три месяца, допустим. Ну, опять же, по запросам родителей. То есть то, что мы планируем на начало года, это не то, от чего мы не можем никак отойти. То есть мы можем что-то внести, что-то отредактировать. Пожалуйста, следующий. Структура программы, которую мы выделяем, это диагностический блок. То есть здесь изучение изначального воспитательного потенциала семьи с привлечением, активным привлечением педагога-психолога образовательного учреждения, развивающий блок. Это уже непосредственно формирование и развитие. Это с привлечением всех специалистов МУ в зависимости от того, какая
задача решается. Аналитический блок – это то, в общем-то, это как бы и наша рефлексия в том числе. Что мы смогли достичь, что не смогли, каким образом поменять. Потому что семейный клуб, в общем-то, существует 6 лет, и нету единого состояния. То есть в контексте данной ситуации так хорошо будет, а в контексте другой ситуации по-другому. То есть мы сами, получается, еще и учимся в этой форме. И отдельным компонентом идет культурно-досуговая деятельность, то, через что мы можем сплотить наши семьи. Это совместное проведение семейного досуга, это совместное посещение развивающих мероприятий, опять же, тех, которые будут полезны и которые интересны нашим детям. В общем, здесь на слайде представлен сам процесс организации взаимодействия педагогов. Здесь расписаны этапы и основные, скажем так, ну, этапы, они под названием. То есть эти названия, они, в общем-то, отражают специфику того, чем занимаемся мы на каждом этапе. Выделили мы отдельно как средство формирования нравственных качеств личности. То есть то, через что мы реализуем и развиваем, как раз используя те средства в работе нашего семейного клуба. Структура заседания семейного клуба, она также является относительно традиционной. То есть здесь есть основные компоненты, если второе, третье и пятое, это идет общеобразовательные моменты. А первое, четвертое, шестое, седьмое, это уже идет как варианты либо психологической разгрузки, либо традиционных каких-то моментов семейных. И далее фотографии, то есть каким образом все это происходит, это на самом деле самое главное, к чему мы действительно пришли, это атмосфера, какая царит в семейном клубе. Если нет атмосферы, скажем так, авторитарности, я сказала так, значит, так и будет. Конечно, вначале родителям очень трудно детям дать свободу выбора. С этим очень долго приходится работать, потому что еще и дети с нарушением зрения, соответственно, родителям хочется оградить их от многих проблем, которые могут возникнуть. И, в общем-то, то есть сначала здесь у нас родители выступают, как вот я сказал, значит, будет так, значит, так. То есть мы никоим образом не говорим так, вот будет вот так. То есть стараемся как-то достаточно аккуратно подвести, прорабатывая, опять же, не только в семейном клубе, но прорабатывая эту проблему уже конкретно у психолога, конкретно в разных группах, в разных классах, на родительских собраниях. То есть это семейный клуб, он как бы обобщает всю работу образовательного учреждения. Можно. И вот определенные семейные традиции, которые заложились у нас. И очень интересно, когда родители приходят с выходных, допустим, на заседание семейного клуба, проводится заседание 2 раза в месяц, со своими какими-то впечатлениями, что вот мы вот дома вот отмечали день рождения, то есть раньше как, ну, в общем-то, в принципе, день рождения, значит, стол праздничный, значит, покушали, и, в общем-то, на этом подарки подарили, на этом мы разошлись все. То есть определенные как раз вот и нюансы, то есть это, возможно, если, допустим, в рамках семейного клуба, как мы готовимся к праздникам, то есть... Ну да, я, наверное, закруглюсь. Это такая тема, она очень масштабная. Ее, конечно, не уложить в 5 минут. Ну, то есть мы видим обратную реакцию, обратную, скажем так, отдачу. То есть это не просто одностороннее движение, мы видим, что оно все-таки работает, что, в общем-то, родители настроили на взаимодействие. Спасибо большое. Ну, думаю, да, как бы у каждого есть, вы можете целую лекцию прочитать, я думаю, и даже этого вам не хватило времени. Но мы здесь как бы знакомимся, да, и потом, да, кому будет интересно, да, вам еще с вами свяжется. Ну, у нас две руки, но я думаю, уступим даме просто. Вот моя дочка носит очки, учится в обычной школе и, в принципе, никакого дискомфорта не испытывает.
А вот при таком обособлении детей с нарушением зрения, смогут ли они потом адаптироваться в обычной средней школе и не будут ли чувствовать себя неполноценными? У нас, в принципе, называется учреждение начальной школы номер один. В нашем учреждении есть два отделения, дошкольная и школьная. Наши ребята в большинстве случаев, если это, конечно, не сложные нарушения зрения, которые по показаниям нуждаются, ну, если это, грубо говоря, не инвалиды по зрению, у которых, естественно, возможности иные, основная категория наших деток идут в общеобразовательные учреждения и, в принципе, более подготовлены и в плане моральном. То есть вот эта вот нужная ступень, начальная ступень, то есть они, если сразу пойдут в первый класс, то для них будет все-таки стрессная ситуация, потому что много уже ребят, и у меня конкретно выпуски, которые пошли обучаться в нашу школу, а потом только уже выходили, да, в среднее звено. Вот здесь как раз с помощью семейного клуба идет, во-первых, мы же не только внутри учреждения, мы выходим за пределы, то есть вот эти все социальные аспекты, социальная адаптация, то есть в плане взаимоотношений, в плане звук у нас, наверное, да, будет проблема со звуком. Благотворно влияет на все стороны и фонды взаимоотношений человека с миром. На его эстетическое и этическое развитие, мировоззрение, формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психологическое развитие. В нашем детском саду с ласковым названием «Учитель» духовно-патриотическое воспитание является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечества и культуры. Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретения знаний об окружающем мире, образования нравственных навыков и привычек. Главным средством духовно-нравственного и патриотического развития личности наших дошколят является введение православную культурную традицию, а также через воспроизведение годового цикла православных народных праздников, которые являются для них яркой и глубоко содержательной мировой. Удивительные и загадочные явления русской народной культуры – это православные праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, то в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. Предлагая детям ознакомиться с праздниками, мы имеем, по мнению русского педагога 19 века, Вышинского, для ребенка светлый праздник. Сегодня созрели. Спасибо. Мелочь.
Хорошо. Ну, спасибо. Еще вопрос, каким образом коляда сошлось? Так Орехово спас когда? Что ж, 28-го уже Орехово спас. Ну, давай. Дети там уважают на сцене коляда, коляда. Это было Рождество. Грецкий Орехово. Рождество. Рождество? Да, это было. Следующий докладчик, академический в данном случае доклад будет, это магистрант ВГСПУ Гавриш. И тема доклада о некоторых аспектах игнорирования в научной методологии. То есть речь как раз таки пойдет о незнании. Да? Всем здравствуйте. Я магистрантка педагогического университета и, так скажем, я занимаюсь не только педагогикой, но и лингвистикой, поэтому постараюсь, так скажем, создать диалог между этими дисциплинами и тем, о чем мы сегодня говорим. В общем, я бы хотела поговорить о некоторых аспектах игнорирования в научной методологии, и одной из задач в моей статье было доказать необходимость создания религиозно-научных методологических принципов. В общем, современные представления о научном знании зачастую исходят из предположения, что научное знание лишено недостатков любых других разновидностей знаний. И процесс научного познания, по мнению ученых, является способом приращения информации и также предполагается, что в целом у науки как у феномена имеются некоторые идеалы, и она включена в социальные процессы. Мы полагаем, что в формировании совокупности научных знаний задействованы и несколько иные механизмы, в том числе, к примеру, игнорирование. И я сейчас постараюсь проиллюстрировать эти механизмы в разных отраслях научных знаний. К примеру, если обратиться к физике, то считается общеизвестным, что закон всемирного тяготения открыт Ньютоном. И даже сам закон практически всегда называют законом всемирного тяготения Ньютона. Мы провели такое, как интернет-исследование, и при нашем запросе «закон всемирного тяготения» интернет выдает первым статью из онлайн-энциклопедии Википедия. И, как мы знаем, эта статья, эта энциклопедия, она может быть не является, так скажем, может быть, ну, в общем, она относительно ценная, вот. Но, тем не менее, люди обращаются к этому ресурсу как к какому-то достоверному. Поэтому мы считаем, что то, что дается в Википедии большинством людей, оно принимается как какая-то истина. Вот. И дело в том, что в статье Википедии по этому запросу было указано, что идея всеобщей силы тяготения высказывалась и до Ньютона, например, Эпикуром, Гассенди и Кеплером. Но, по нашему мнению, не только перечисленные в Википедии, но и другие авторы, в том числе античные, могут быть справедливо названы открывателями закона всемирного тяготения, который Ньютон, на наш взгляд, лишь перевел на язык математики. К примеру, древнегреческий историк Страбон, который проживал период от 64 века до нашей эры, в географии пишет: «Возьмем допущение, что Земля шарообразна. Косвенно оно доказывается центростремительным движением и тем фактом, что всякое тело склоняется к своему центру тяжести и непосредственно явлениями, наблюдаемыми на море и на небе». И Страбон говорит здесь о законе тяготения как о чем-то общеизвестном, то есть вскользь, и он дальше никак не приводит никакую аргументацию. И, по нашему мнению, это свидетельствует о том, что сама идея закона всемирного тяготения во времена Страбона уже воспринималась людьми как привычная и не требующая доказательной базы. И мы сомневаемся, так что же в итоге было открыто Ньютоном? Закон или же просто формула, которая его иллюстрирует? И насколько принципиально в рамках научного осмысления игнорирование настоящего авторства? Мы, конечно, не отрицаем случайности, которая могла повлечь за собой умолчание некоторых фактов, но, тем не менее, мы постарались дальше исследовать эту тему и выявить, может быть, какие-то закономерности. Мы открыли словарь античности 89 года, где, казалось бы, Ньютон не должен быть, так скажем, упомянут, но, тем не менее, несмотря на то, что отдельной статьи про Ньютона нет, в нем имеется аж 17 упоминаний этой фамилии в разных других статьях. И, к примеру, на одной из страниц указывается, что он окончательно объяснил природу приливов и отливов на основе закона гравитации.
Но в словарной статье «Страбон», в этом же словаре «Страбон» не был указан в качестве одной из первооткрывателей закона всемирного тяготения. И таким образом, несмотря на то, что в словаре отсутствует словарная статья «Ньютон», а в словарной статье «Физика» Ньютон вообще не упоминается, мы можем сделать вывод о том, что текст словаря был определенным образом отформатирован, и достаточно значимые массивы информации были опущены, как бы проигнорированы. И, в общем, мы считаем, что это был факт злоупотребления словаря своей авторитетностью. Также, в общем, мы считаем, что научное игнорирование может исходить из каких-то недекларируемых принципов, которые не могут соответствовать критериям нравственности и морали. И с нашей точки зрения игнорирование массивов информации и также какое-то умышленное структурирование информации имеет признаки злоупотребления доверием. А обман, независимо от того, научный он или ненаучный, является аморальным явлением. Так вот, далее мы также решили доказать то, что игнорирование является распространенным явлением. Мы обратились к некоторым источникам, например, в одном из источников, в таком, так скажем, в общем, в книге «Охотники и собиратели рыболова» мы нашли статью, которая называется «К вопросу о языковом ландшафте в древнейшую эпоху». Но в целом, то есть этот источник, он не является непосредственным источником лингвистических знаний. Вот. И в этой статье автор написал о том, что в Австралии выявлены неродственные семьи языков, и в Америке, например, насчитывают до 77 языков. А также, говоря о коренном населении Австралии и Новой Гвинеи, автор отмечает, что там жители соседних деревень могут объясняться между собой, а жители отдаленных деревень к этому уже не способны. Несмотря на то, что они все, так скажем, находятся на одном каком-то острове. В общем, дело в том, что мне, как человеку, который занимается лингвистикой, не был известен тот факт, что в Америке, например, в этой системе языков насчитывалось до 70 семей. То есть этот факт никак не освещался, и на нем не было сконцентрировано внимание в специализированных учебниках. И более того, если обратиться к каким-то лингвистическим словарям, то зачастую просто эти, выделение каких-то генетических связей языков и языкового родства ограничивается просто тем, что автор, перечисляя семь языков, пишет словосочетания там 1, 2, 3 и другие. И не удается нигде найти, например, полного списка, который бы предлагали авторы. И мы считаем, что, скорее всего, конечно, в рамках одной научной теории проблематично убедительно истолковать принципиальное непонимание языка людей, которые живут в соседней деревне, или просто невообразимое количество языковых семей коренного американского населения. Если, например, исходить при рассмотрении такого количества языковых семей из того, что это результат неких так называемых эволюционных изменений, то все равно не избежать необходимости объяснения причин таких изменений. И если эволюция, например, лексики, лексического запаса языка более-менее может быть объяснена какими-то психологическими явлениями, то эволюция грамматики, как строй языка, например, никак этим не может быть объяснена. И, в общем, мы считаем, что объяснить на данный момент существование стольких языковых семей лингвистика не способна. И, на наш взгляд, существует значительная потребность в создании именно религиозно-научных методологических принципов, которые позволят избежать игнорирования таких больших и просто неудобных науке массивов информации. Мы считаем, что религиозно-научные подходы освободят науку от необходимости доказывать саму себя, и они избавят ученых от негативной мотивированности, я хочу подчеркнуть, очень такого воинствующего антискепсиса. Я бы хотела проиллюстрировать это примером из Библии. Было сказано в Бытие, что «сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать». И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого.
И мы полагаем, что именно термин смешения при использовании его с опорой на концепции православной антропологии мог бы позволить очень непротиворечиво сформулировать целый ряд гипотез, которые бы как раз объяснили это единомоментное существование такого большого количества языковых семей у коренного американского населения. Мы считаем, что отвержение мистической реальности и поиски несуществующих рациональных объяснений того, к чему причастна человеческая душа и, например, язык как владение словом, это все лишь заводит в тупик приверженцев сугубо научных теорий. И, к сожалению, наука, упорно игнорирующая сложность человеческой души, не может осознать, какую несвободу она накладывает на учащегося. И несвобода эта не сводится только к игнорированию неудобного. Эта несвобода вынуждает учащегося принимать науку в качестве единственной истины. К примеру, мы все знаем, что процесс обучения самой логически обоснованной части научных знаний, то есть точным дисциплинам, сводится к тому, что от ученика требуется, чтобы он нашел абсолютно такой же ответ, что и обучающий его. И несовпадение ответов не считается результативным. Может быть, да, в таких частностях, как точные дисциплины, это оправдано. Иначе ученик может ничему не научиться. Но в науке нужно признать, что есть и иной способ научения. К примеру, Священное Писание научает, не отнимая свободы. Оно ничего не умалчивает и ничего не игнорирует. То, что еще пару сотен лет назад казалось в Священном Писании невозможным с точки зрения научных знаний, теперь даже скептиками принимается как научно доказанный факт. И, на наш взгляд, только научно-религиозное мировоззрение позволит продемонстрировать и отвергнуть ненаучность и непоследовательность многих научных построений во всех сферах знаний. И игнорирование в научной методологии является столь же антинаучным, как и безнравственным, и очень вредным для души. А духовность и нравственность не могут основываться ни на какой лжи, и тем более на лжи, которую завуалируют как научную. И также завершить свое выступление бы хотела словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. То есть, я думаю, это может сподвигнуть вас на какие-то размышления. Да, великое и многотрудное дело учить детей, потому что при обучении надо и вложить в их сердца единое на потребу, истинной веры, любовь к Богу и ближнему, и несомненное ожидание Господа с небес для суда живых и мертвых, и праведного воздаяния по делам каждого. И вместе преподать им, хотя весьма полезные, но довольно многосложные в нынешнее время познания светских наук. Спасибо большое. Вопрос. Да, спасибо за интересный доклад. Вот такое уточнение, Майкл, скажите, не лучше ли назвать такое подобное игнорирование, которое вы, например, проводили, скорее невежеством? Ну, знаете, смотря что понимать, скажем, под невежеством, и мы считаем, что термин игнорирования, он как раз подразумевает тот факт, что это делается умышленно, и как бы, по сути научное сообщество просто отворачивается и не желает замечать того, что, может быть, они даже где-то в глубине себя понимают, но не хотят этого упорно признавать. Поэтому... Спасибо. Спасибо большое. Ну, мы возвращаемся к нашим деткам, да? То есть у нас трое докладчиков от детского сада номер 348. А какого он района? Советского района. Тоже советского района. Здравствуйте, советского района. Я всех очень рада приветствовать. Меня зовут Кузнецова Екатерина Алексеевна. Я педагог и эколог в детском саду советского района, в детском саду номер 348. И я хотела бы рассказать, ну, довольно-таки кратко, потому что регламент у нас сегодня сокращенный, о структуре, о системе экологического образования на примере нашего учреждения. Ведь действительно очень важно, какие ценностные ориентации мы заложим детей именно на этапе дошкольного детства. Да? Ведь каким вырастает человек, это зависит в большей степени от его семьи, от тех ценностей, которые в семье прививаются, и от того окружения, в котором он находится. Да? Большую часть времени дошкольники у нас
ну, в связи с тем, что родители у нас занятые люди, находятся в дошкольном учреждении, и вот именно какое направление дошкольное учреждение выберет, от этого зависит, как вообще будет в дальнейшем ребенок развиваться, в каком направлении. И на наш взгляд, экологическое направление, оно как раз является тем универсальным средством, которое позволит как ребенку развиваться, так и приобщить родителей, так и сплотить в целом весь коллектив. И говоря о системе экологического воспитания и образования в нашем учреждении, оно осуществляется в различных направлениях. Это взаимодействие с родителями, это взаимодействие с семьей, это экологизация пространства. Экологизация пространства, она как раз идет посредством всего внутреннего помещения детского сада, а также его территории. То есть, как можно нести экологическое образование? Можно создать какие-то выставочные уголки в группах, можно сделать какой-то ландшафтный дизайн на прогулочных участках, да, и рассказать детям о природной красоте, о том, ведь дети будут совершенно по-другому относиться к тем вещам, которые, ну, например, если они посадили сами дерево, да, и уже ухаживать за этим деревом, они будут совершенно по-другому и осознанно. Говоря об экологическом образовании, используются различные, в структуру входят различные компоненты. Это беседы, это прогулки, также это обыгрывание и рассказывание народных сказок. Безусловно, это экскурсии. И все начинается, конечно, с младшего дошкольного возраста. И идет, и старшие дошкольники уже могут какие-то те теоретические знания, о которых проходили в беседах, рассказах, презентациях, могут уже на практике закрепить в форме социально значимых мероприятий. Социально значимые мероприятия не берутся просто так из воздуха, они определены у нас тематическим календарем эколога, который в определенный сезон подразумевает и включает в себя мероприятия. Мероприятия различного характера, направленные на сбережение энергоресурсов. Также это Международный день Земли, Международный день птиц, который вот в апреле проходит. То есть это различные мероприятия уровня, не только города, но и района, и области, и в целом нашего региона. Формирование экологического сознания – это осознанная ценность любого проявления жизни. То есть к чему это все ведет? Да к тому, чтобы человек жил в гармонии с собой, чтобы ему проще было справиться с какими-то трудностями в дальнейшем по средствам вот именно экологического воспитания, которая помогает человеку, ну, просто осознать себя, понять, где он находится, что он не царь природы, что он все-таки маленькая-маленькая частичка природы, и от человека все-таки зависит многое, но в природе, наверное, все-таки природа как-то может и сама без человека прекрасно, да, существовать и развиваться, и процветать, а человек все-таки это какое-то такое, ну, приложение, которое не всегда позитивно влияет, а скорее негативно. Вот. И мы хотим рассказать детям о том, что все-таки человеческие, ну, ценности, они должны быть превыше всего. Мы участвуем в различных мероприятиях. Вот такое интересное мероприятие, как «Подарить земле сад», было организовано совместно с активистами общественного движения «Подари земле жизнь». К нам приехали представители и предложили детям высадить пророщенные желуди и посадить свою дубраву на территории детского сада. И у нас теперь есть своя собственная дубрава. И много разных таких мероприятий, которые способствуют чему? Для чего все это нужно? Это способствует тому, что мы взаимодействуем с воспитанниками, да, мы несем эту экологическую культуру в семью, то есть мы взаимодействуем с семьями. На самом деле семьи довольно-таки активно принимают участие, когда это в каком-то интересном формате. Вот, например, у нас проходил Всемирный день без автомобиля, это был эко-флешмоб. Это такое, мы предложили всем нашим воспитанникам сделать экологический велопробег
вокруг детского сада. За территорию детского сада мы не можем выйти, потому что улицы, дороги, да, и это потенциально опасно для наших воспитанников. И мы сделали это на территории детского сада. Вы не представляете, насколько были восторжены сами дети, и мы не ожидали, что столько родителей придет. То есть мы думали, что ну, родители, как всегда, у нас заняты где-то на работе, а это было действительно большое массовое мероприятие, и действительно чувствовалось то, что это ну, дает какие-то свои определенные результаты. Также хотелось бы отметить, что и сетевое взаимодействие тоже способствует распространению нашего экологического образования. Да? Мы участвуем в различных мероприятиях, мы активно участвуем в заседаниях экологической лаборатории детей дошкольного возраста. Также на базе нашего учреждения проводятся обучающие семинары для педагогов, не только нашего учреждения, также курсы повышения квалификации приходят для обмена опытом с нашим учреждением. Также мы в 2017 году представляли свой проект на ярмарке социально-педагогических инноваций в городе Отрадном, где стали победителями, что для нас оказалось вообще неожиданностью, что действительно людям оказался очень интересен наш проект, и все-таки это несет свое определенное плодотворное влияние. А сейчас я хотела бы представить вам Ольгу Антоновну Папичеву, музыкального руководителя нашего детского сада, которая расскажет о фольклорно-экологическом направлении нашего детского сада, то есть именно о практике. Спасибо за внимание. Добрый день, ваши слушатели. Я расскажу о фольклоре, о том, как мы занимаемся в своем детском саду именно фольклорно-экологическим занятием. Когда в 90-е годы я работаю музыкальным руководителем в данном детском саду с 89-го года, а в 90-е годы появилась программа Маханёвой и приобщение детей к истокам русской народной культуры. Она стала, эта программа, вместе с нашими педагогами, настольной книгой. Еще помимо того, что в нашем детском саду, вот предыдущая коллега из детского сада номер 11, мы садовод района, у нас вот есть мини-музей. Это не у каждого детского сада есть такое, как сказать, достижение. Мы созданы там предметы, принесены предметы быта, там проходят у нас занятия, хоть у нас это и небольшой такой фрагмент, это часть раздевалочки, но мы помещаемся, делим детей на подгруппы и все, что хотим рассказать о данном мини-музее или о том, о чем мы хотим рассказать, мы приводим туда наших деток. Конечно, решая задачи духовно-нравственного воспитания и разностороннего развития детей дошкольного возраста традициями и средствами русской народной культуры в детском саду, проводятся фольклорные экологические занятия. Вы заметили, что наш детский сад, он участвует в региональной инновационной площадке. Вот. И это как бы наш статус, и мы очень рады участвовать в этом. Поэтому работа по знакомлению с фольклором проводится одновременно с расширением знаний детей об окружающем мире, с воспитанием потребности общаться с природой и приходить ей на помощь. Ну что не песня в фольклоре, то обязательно это природа. Возьми, что хоровод в ополе березы стоял, или какие-то заклички, которые мы используем, когда проводим праздники. Если это, допустим, тот же праздник Благовещение, это у нас мы используем заклички, обращаемся, значит, поем такие коротенькие песенки. Народные игры тоже включают, есть там разговор о природе. Они, народные игры являются неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о добре и зле, смелости и чести. Конечно, исполняя, играя эти игры, мы учим детей исполнять правила, быть честными, формируем у них выдержку. Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающие красоту родной природы.
В репертуаре программы по музыке много музыкальных произведений, в которых переданы образы хорошо знакомым детям животных и птиц. Мы ведь не только проводим занятия экологические, мы еще и зарабатываем деньги на наш детский сад. В 2010 году мы оказываем платные образовательные услуги вот в этом направлении. Вот если кому-то это немножечко как-то режет слух, ну а куда деваться? Мы же не будем часто так собирать деньги с наших родителей. Поэтому у нас организовано все это на платной основе, все это, ну как сказать, ну не то что естественно, а законно. Хотят наши детки получать какие-то другие знания, вот, ну вот у нас организована такая форма, как платные образовательные услуги. И суть нравственного воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории, культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Спасибо за внимание. Спасибо. Еще на совещание. У нас второй заявлен, да? Ну, двое представителей у нас детского сада 348 выступили. Ну, дорогие братья и сестры, у меня на часах 13:03, то есть мы с вами прям так хорошо уложились. Но есть такое техническое у меня задание, пойти вам подписать сертификат. Я думаю, для вас, для многих это важная вещь. Но чтобы время у вас было, провели интересно, я предлагаю Елене Валерьевне и Маше, помощь Елене Валерьевне, чтобы каждый участник высказался о том, что у нас прошло, ваше впечатление. Я думаю, Елена Валерьевна, по списку можно, да, будет спрашивать, чтобы вы сказали, что вам понравилось и что бы вы хотели в следующий раз услышать, да, потому что мы не последний раз с вами встречались. Хорошо? Желательно Вячеслав, каждый выскажется по поводу услышанного, может быть, отметит чье-то выступление. И хотелось бы тоже, конечно, спросить у вас, вот, что нового, что вот вы вынесли из нашего сегодняшнего собрания конференции, нашей секции. Мне очень понравилось. Особенно косуля, да, там, вот я мало ее, если честно, я не совсем знаю, что сказать сейчас, я очень нервничаю и волнуюсь. Мне больше всего мне понравилось про детей с отклонениями со зрением. Мне это очень интересно показалось, потому что, ну, это очень серьезная работа проделанная, и это очень интересно было. Это больше всего мне понравилось. Спасибо, хорошо. Что вам понравилось? Может быть, какие выводы вы сделали? Может быть, что-то для себя подчеркнули? Ну, на самом деле, выступления на конференциях для меня не в новинку, потому что приходится это делать постоянно. Что хочется сказать в общем? Темы у всех были достаточно интересные, с точки зрения педагогики даже очень познавательные. Некоторые имели научную новизну, некоторые были достаточно уже, как сказать, отработанные, да, использованные на практике, и нельзя назвать их новыми. В целом все понравилось. Что-то отметить для себя новое? Не хочу никого обидеть, но мне не удалось, потому что сама являюсь педагогом, и все методики, которые были ранее озвучены, мне знакомы. Спасибо. Хорошо, а у меня вот тоже к вам вопрос есть, я его не задала. Скажите, пожалуйста, вы какую-то... Это была часть вашей большой работы? Именно какой-то, да, проект? Может быть, да, проект. На самом деле нам... На самом деле нам понравился проект, где ребята, то есть молодежь, православная молодежь ездит, путешествует на велосипедах из храма в храм. И мы решили сообществом художников, которые у нас есть в ВУЗе, придумать свой проект. Мы сейчас на данный момент разрабатываем, только именно если выезд в область, какие-то совместные выезды в область, а в городе мы уже использовали такие проекты. То есть в своем
сказать, среди своих студентов мы находим человека, находим искусствоведа, который непосредственно на самом пленэре, когда мы приходим рисовать тот или иной храм, нам рассказывает о нем. То есть это каково, некоторый такой исторический экскурс в историю данного храма, и мы рисуем. Но на данный момент планируется летом в этом году провести такой большой проект не только для студентов Института художественного образования, но и для всех желающих художников. Ну, если, конечно, кто-то захочет бы не из художников, не из художественной среды к нам приобщиться, попробовать себя в этом проекте, то мы будем только рады. Если это получится как-то сделать совместно с церковью, будет замечательно. Поэтому я бы хотела продолжить работу. Такой вот с вами. Надеюсь. Ну хорошо, да, вот как раз отец Вячеслав у нас курирует эту деятельность, Мария есть, которая нам поможет. Спасибо. Ну, то есть вы не можете ни один доклад какой-то отметить, который вам очень понравился. Ну, ладно. Мне понравился доклад Шпирина Тихона. Так, Тихон. Хорошо. Спасибо. Ну и в свою очередь Тихон, да? Да. Тоже может выскажется. Сначала комментарий, потому что попал я в эту секцию случайно, потому что я единственный по филологии сделал работу, и, соответственно, как бы секции не было. Ну, это одно из направлений. Это для тех, кто не понял, как я здесь оказался. Ну, по нрав, вроде здесь про воспитание, я про кошку говорю. Теперь плюсы, минусы, рекомендации. Плюс это дружественная обстановка, плюс это адекватность участников, то есть соблюдение тех правил, которые были обозначены в начале. Также плюс могу отметить это разнообразие, которое здесь представлено было в воспитании, то есть кто-то говорил о воспитании старших классов, кто-то говорил о воспитании дошкольников, и это было интересно. Плюс могу также сказать, что понравилось этот момент, то, что проекты, которые были озвучены, они реализуются. То есть это не какие-то планы далеко идущие, а это то, что есть уже сейчас. К минусам могу отнести. Первое это то, что мало времени было на выступление. То есть, по-моему, можно было сделать перерыв какой-то, да, и чтобы каждому там хотя бы по 10 минут уделялось. Просто очень пришлось сильно мне сократить свое выступление, это первое. И второе, тоже относится, конечно, ко времени, это побольше вопросов задавать. То есть все-таки конференции, на мой взгляд, они должны, наоборот, провоцировать на дискуссию, чтобы шло сильное обсуждение, дискуссия, разные позиции, а не мнения, именно позиции озвучивались, то есть, чтобы благодаря этому столкновению что-то новое появлялось. И рекомендации как раз-таки это рассмотреть вот на данный момент по поводу времени, что если есть в будущем возможность, при том, когда устраиваешь конференцию, давать больше времени, то это было бы замечательно. В основном мне все понравилось. Кого бы я отметил? Сложный вопрос. Ответ есть? Где его ищу? Я думаю, что Титова Владислава. Боже, ты со мной. Я стараюсь. Потому что эта тема, почему я отмечаю его, потому что тема versus battles, она стала очень сильно развиваться сейчас в России, но очень мало каких-то хороших примеров, как ее можно, собственно, предварить в жизнь. Потому что зачастую это, как я говорю, почему я задавал вопрос по этому поводу, потому что зачастую это получается профанация, и это выглядит, во-первых, смешно со стороны, во-вторых, наивно, а в-третьих, это не нравится самим детям, они делают это через папу. А если, как говорил, отмечал Владислав, делать это все с помощью скрытого манипулирования и дать детям свободу в построении, соответственно, данного банка, то это может хорошо сказаться, так как это будет на общей волне, и это будет приобщение к культуре, которой они живут. Потому что культура поколения, которое относится к школьникам, она, конечно, сильно отличается от даже поколения Z, которое от 18 до 25 уже даже.
поэтому ему далеко. Спасибо. Так, хорошо. Еще вот автор Садыхов, как зовут? Тимур. Тимур Садыхов, очень у вас был доклад эмоциональный, много вы своего мнения высказывали. Вот хотелось бы тоже услышать. У меня опыта тоже не было выступлений, вот я первый раз здесь. Единственное такое, знаете, не то что минус, вот это ресурс времени у нас ограничен был, поэтому сложно было вот все вот это вот как бы вместе как бы собрать, сократить, хотя оно тут уже сокращено в докладе, вот, и выложить. Вот. Очень мне понравилось то, что у нас секция называется «Принципы и методы духовно-нравственного воспитания». Вот, я считал, что здесь будут уже люди такие, знаете, присутствовать, но педагоги с очень, таким большим стажем, вот, я посмотрел, и, здесь тоже присутствуют студенты, вот, и довольно, все такой контингент, молодые люди, вот. Что еще хотелось бы сказать? По поводу выступлений, очень понравились все выступления. Я из многих почерпнул для себя, потому что у меня дипломная работа тоже по теме духовная безопасность. Вот. Отметить лучший доклад. На мой взгляд, я вот как-то... Можно два доклада отметить тогда? Да, конечно. Я просто не знаю, какой выбрать точно. Вот мне очень понравилось про... экологический вот детский сад, это, если не ошибаюсь, 300. Да. Хотелось бы сказать, почему именно это. Во-первых, очень актуально то, что именно вот экологический детский сад, вот он в городе находится, потому что у детей, в основном же здесь вот все, в городе живут, не у всех есть дома, они все живут в больших зданиях, не у всех есть место, где там можно что-то посадить, вырастить, а они как бы приобщают детей и к труду, и вот к самой вот экологии, вот. Он актуален только, вот, ваш детский сад, я думаю, только в городской среде будет, вот, а уже вот если отклоняться там к области, то, мне кажется, не так он, а для города прям очень даже хорошо. И второй докладчик, это тоже там дошкольное учреждение для лиц, как сказать, С отклонением. С отклонением, да, как бы. Да, с ограничениями вот, здоровья, да, очень понравился тоже доклад, как докладчик разбирается в теме. У меня вопрос тоже был, я хотел его прямо задать, но меня опередили. Хотел узнать, у вас учреждение, оно бюджетное или, частное? Коммерческое? Оно не частное. Оно не частное? Общеобразовательное обычное учреждение, обычное школа. То есть платный детский сад, да, у вас тоже? Нет, обычный. Фактически государственное образование. Тогда вообще очень. Тогда еще и два плюса, да. Вот. И все на этом, я думаю. Спасибо. Так, Тимур, спасибо. Хотелось бы послушать студент Шуйга. Екатерина. Я прошу прощения, тоже вам такой же вопрос. Я так поняла, что это тоже ваша часть какого-то диплома, да? Да, конечно. Это часть моей дипломной работы. Я занимаюсь исследованием уже третий год моделирования в педагогической науке, и это является частью, да, моей дипломной работы. Хотелось бы отметить, что я впервые присутствую на таких конференциях подобных. Мне очень понравилась атмосфера, как уже было отмечено, и мои пожелания касаются, во-первых, может быть, стоило бы сделать подсекции, потому что очень трудно сравнивать. Я, например, рассказывала про старшеклассников, а здесь рассказывали про дошкольников. Это и то, и другое, я не умаляю никакого значения и ценности, но все-таки очень трудно сравнивать школьное, в первую очередь, образование и дошкольное. И по поводу регламента времени, нам, насколько я знаю, на защиту диплома дается максимум 5 минут. А тут доклад – это часть какого-то исследования. Поэтому было бы замечательно, если бы доклад сократить до минимума, какие-то конкретные положения высказать, а основную часть – это оставить на вопросы в ходе живого обсуждения.
И отметить я также хотела бы доклад про «Версус Батла» в литературе, потому что мне очень близка тема инноваций в образовании. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам. Так, следующая у нас выступала Перетяпка. Да, Наташа? Она ушла? Да, ушла. Далее. А, ну, тогда тут можно вот здесь... А, Габриша Олесь. Габриша Олесь. Олесь, тоже мне тоже понравился ваш доклад уже. Вы пишете уже, пожалуй, магистерскую, да? Да. Работу. По этой теме вы пишете? Нет, абсолютно не по этой теме. Просто я всегда стремлюсь к тому, чтобы что-то, так скажем, новое найти, что-то высказать, так скажем. И данная тема, вот, которую я сегодня освещала, меня очень волнует, потому что я сталкиваюсь с большим количеством научной литературы, которая, на мой взгляд, не отвечает никаким требованиям и не может, так скажем, считаться чем-то на 100% истинным. Вот поэтому я и затронула такую тему, которая, я думаю, актуальна для всех, кто занимается какой-то научной деятельностью. Вот. По поводу всего мероприятия я хотела бы, во-первых, поблагодарить всех организаторов и всех, кто в этом участвует, потому что я считаю, что мы в любом случае должны всегда находиться в диалоге, и, может быть, несмотря на какую-то разницу во взглядах и мнениях, мы должны в любом случае слушать друг друга и что-то друг у друга принимать, какие-то точки зрения и осмысливать их, и приходить к какому-то, так скажем, компромиссу, может быть. Вот. И так как я слышала не все выступления, я, конечно, с удовольствием ознакомлюсь с, ну, уже когда выйдут материалы, с удовольствием все прочитаю. Вот. Но в любом случае, на то, на чем я присутствовала, то есть когда рассказывали о работе в дошкольных учреждениях, безусловно, меня очень порадовало, и я думаю, что большие молодцы все, кто проводит такую работу с дошкольниками, потому что, естественно, дети — это наше будущее, это, так скажем, будущее нашей страны, нашей Родины. И я думаю, что нельзя это дело бросать и отправлять на самотек. И очень надеюсь на то, что мы все будем друг друга, так скажем, в каких-то начинаниях этих поддерживать. Спасибо. И какой доклад в итоге? Ну, может быть, доклад от Светланы Васильевны и Алены Анатольевны, вот из того, что я слышала. Православные праздники в дошкольном обзоре. Хорошо, все, спасибо. Так, ну вот Наталья Кузнецова у нас вернулась. Я первый раз участвую. И хотела бы сказать по поводу, вот первая девушка говорила, что новизны не было. Хотела бы по поводу своего доклада сказать, что у нас на приходах занимаются с детьми пением и со взрослыми. А вот эта вот молодежная группа, в принципе, опущена, нету. Получается, с детьми позанимались, молодежь пошла в свободное плавание, и потом, может быть, вернулась, может быть, нет. Поэтому должен быть плавный переход от младшей группы к более старшей группе. Я вот думаю, вот новизна все-таки есть в этом. Почему же это нету молодежной? А где же учатся-то? Вот, не-не-не. Студенты-то, они студенты, же... да, студенты есть, но далеко не у каждого молодого человека есть возможность пойти учиться, потому что многие работают, многие. А вот по воскресеньям заниматься вполне реально. Я думаю, это помогло бы молодым людям как-то приблизиться. Так они же в хоре-то у вас и поют в православных храмах, это... студенты ваши. Нет, нет. Они поют в монастыре, это учащиеся. Это очень мало, по сравнению с прихожанами, которые вот в храмы приходят. Очень много молодых людей, но им нечем себя занять, в общем-то. Ну, значит, они пока еще не созрели, значит, нет, они еще просто пока... нечем занять. Вот у нас на приходе с маленькими занимаются, со взрослыми занимаются. Вот, и сейчас вот создана группа, вот, чтобы заниматься с молодыми людьми. Молодцы. Так, хорошо, Наталья. Я в свою очередь хотела бы, знаете что, отметить Наташин доклад в связи с тем, что как он был зачитан. Да. Каким, да, вот действительно. Тембр голоса. Это чувствуется. Наташ, ну а какой бы вы хотели доклад выделить из понравившихся? Доклады, конечно. Ну, один. Один я выделю, это про Пушкина, потому что он так вклинился, так, таким ярким пятном просто. Просто неожиданный. Это просто хорошо, спасибо.
спасибо. Ну и я попрошу выступить Геронскую, Наталью, да? Можно даже без отчества. Ну, во-первых, также для меня это, в общем-то, первая подобная конференция. Я очень рада, что среди всех нюансов, которые возникли на пути, все-таки мы здесь собрались. И то, что как я практикующий педагог, мне очень приятно, что очень основная категория лиц здесь, находящихся, все-таки та часть, которую мы называем уже подрастающая, в смысле тоже в своем же смысле подрастающее поколение, очень много молодых людей. Очень отрадно то, что люди пришли не просто отчитать свой доклад, а также, скажем, ну, не то что, не знаю, как это правильно сформулировать, а порассуждать. И вот действительно то, что было сказано, действительно основная часть, наверное, должна быть направлена на рассуждение, потому что в ходе рассуждения даже по-иному смотришь на свою тему, как-то по-другому вообще предполагаешь развитие этой темы в будущем. Отметить доклад я хочу «Основы компетентности педагога в вопросах духовно-нравственного воспитания». Именно почему? Потому что основа, скажем так, все-таки и посыл, грубо говоря, в образовательном учреждении или так или иначе исходит все равно от педагога. И педагог личным примером, скажем так, провоцирует развитие каких-то качеств, которые есть, но, возможно, не актуализированы настолько. То есть, как педагог из ростка создает какое-то, ну, впоследствии какое-то дерево, так же вот солидарно с, именно с этой темой, которую выбрал студент, и каким образом он ее презентовал. Спасибо большое, спасибо, я отметила. Вот, очень понравились все темы, разнообразные, очень доступные. И если будет еще такое, я обязательно приду, спасибо большое. Очень хочу отметить Тимура. Тимур. Да. Да, хорошо, спасибо. И в рамках данной конференции тематику всех выступлений, но хочу отметить вот именно те два выступления в пленарном заседании Вячеслава Патрина именно о понятии счастья, потому что вот на данный момент вот как раз я сама для себя задала вопрос, а что же такое счастье? Вот. И мне кажется, какие-то ответы на этот вопрос я получила вот в рамках сегодняшнего вот этого пленарного заседания. А также информационная безопасность, безопасность личности как неотъемлемый компонент нравственного восстановления Анатолия Александровича. Вы знаете, вот никогда не задумывалась, что на самом деле социальные сети, ну ведь их никто не контролирует. По сути, вот именно какие-то структуры, те, которые государственные, а если и контролируют, то мы об этом не знаем. И вот именно задуматься в этом направлении, мне кажется, стоит каждому из нас, особенно молодому поколению. Да, ну известно, вообще-то факт. Потому что Анатолий Александрович действительно правильно сказал, что это то самое место, в котором нету каких-то научных исследований, да, что как раз именно это то направление, которым стоит заняться. Оно будет очень актуально и, я думаю, полезно. Да, действительно полезно, потому что информационная безопасность, к сожалению, в последнее время игнорируется. Вот. А в качестве докладчиков на нашей секции мне очень понравился доклад Олеси, извините, Дмитриевны, наверное. Да. Да? Вот. Очень такой содержательный, довольно-таки эмоциональный, но мне очень понравился, его бы хотелось отметить. Гавриша Олеся Дмитриевна. Угу. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо и послушаем. В связи с этим я могу сказать, что участвовал в работе многих конференций. Данная конференция отличается демократичностью. Я впервые участвую в конференции с таким молодежным составом, и я очень рад, что вопросы, которые здесь поднимаются, для молодежи оказались очень значимыми. Что касается самого названия конференции,
региональное, научно-практическое. Первым словом стоит наука. Вот когда мы касаемся вопроса оценки выступления, я исходил из этого. Я хотел бы отметить выступление Олеси Гарыч. Может быть, она не специализируется по тому направлению, которое она здесь подняла, но то, что она здесь рассматривала, это, ну, как, грубо говоря, пахнет реальной наукой. Поэтому, если можно, вы там ей крест поставить. Мы ставим единички. Сегодняшняя конференция – это плод того, что мы решили на нашем молодежном отделе. Дело в том, что инициаторами вот именно этой конференции был молодежный отдел, потому что вчера у нас был праздник Сретение, с чем я вас поздравляю. А в церкви Сретение – это День молодежи. Поэтому у нас и конференция, скажем так, притянута, в чем-то за уши, в чем-то не за уши, праздником молодежи, который мы отмечаем в нашей церкви. И основная у нас задача какая? Сейчас молодежный отдел, наше учебное заведение, православный университет, оно вернулось к тому, ну, активному взаимодействию, которое у нас было. И задача, которая у нас стоит, эта задача связана с тем концептом, который озвучил, он это счастье, скажем так. И решилось, а вот чего нам сейчас не хватает в данный момент для представителей нашего молодежного отдела, чего бы хотелось бы? Ну, решили, а почему бы не конференцию? Это хочется. То есть, понятное дело, что для человека, занимаешься практической деятельностью, ну, для студента не знаю, насколько участие конференции является его счастливыми моментами, это, конечно, сомнительно, да? Но для людей, которых уже перешли к практике, это все-таки моменты, связанные с общением и какой-то самореализацией. А самореализация – это форма все-таки счастья. Поэтому эта конференция является небольшим шажком, в чем-то он удачным, в чем-то, может быть, носит следы такой своей, ну, недоразвитости все-таки. На мой взгляд, это нужно принять реальность и, скажем так, что все-таки у нас скромно достаточно все. Ну, так оно задумывалось в конечном счете. Это реальность. Вот так оно есть. То, что вы видите, это реальность нашей православной педагогики, реальность нашей, ну, скажем, духовной жизни в нашем обществе. Это небольшие вещи, зачастую камерные. Но в этих камерных явлениях, как сказал Анатолий Александрович, есть демократичность, но я бы по-другому сказал, есть реализованность, есть интерес. Но, либо есть возможность увидеть другого ближнего рядом с собой, потому что когда много, все забывается, улетает контакт непосредственный. И я думаю, что в чем преимущество такого небольшого камерного нашего, небольшой нашей камерной такой конференции, в том, что мы познакомились, и это знакомство, оно, ну, когда-то сыграет свою роль. Я не думаю, что завтра, может, послезавтра, вы в какой-то момент задумаетесь, а вот мне хочется провести какое-то мероприятие, ну, совместно с православным университетом, либо со священником, педагогами православными, и у вас будет, вы знаете, вот я могу сюда обратиться. И для меня это уже будет, скажем, результат конференции практически. Она названа научно-практической. То есть, прежде всего, то, что вы знаете, куда можно обратиться. Мы со своей очереди на практике будем использовать тот материал, который вы предложили, потому что сейчас задача есть у нас поставлена, ну, под церковью, патриархом, о том, что мы не можем находиться просто в рамках своего прихода и жить, ну, тем, что мне бы как священнику очень было бы приятно, просто службой, своими прихожанами и все. Это приятный, на самом деле, образ жизни, который тебя особо не мучает. Потому что идти в общество, которое, ну, вот как сказала здесь докладчица Олеся, да, оно полно не только игнорирования сознательного, и полно, ну, скажем, такого снобизма, да, снобизма, связанного с человеческой, но не только безнравственности, а его неграмотностью. И вот очень часто, да, есть такое выражение, человек, чем он меньше знает, тем он чувствует себя увереннее. Да? И поэтому, конечно, человеку, ну, скажем так, православному иногда и вот представителю там
конфессии православной, легче быть в своей среде. Ну почему? Потому что мне комфортнее здесь. Это зона комфорта, и сами знаете, что быть в комфорте – это одно из понятий счастья. Но в данном случае это счастье, которое смертельно. Это связано с уничтожением нас, как церкви. И Христос говорит своим ученикам, вы не должны сидеть у себя там, где вы хотите, а вы должны идти и проповедовать. Да? И проповедь это связано с выходом из зоны комфорта, переход в зону дискомфорта. И в этой зоне дискомфорта не все удачно, не все хорошо, но есть диалог. Да? И поэтому наша конференция – это область, площадка для диалога. Сегодня у нас, скажем так, он более-менее гладкий, без всяких таких именно докладов, которые, может быть, цепляли, так именно вызывали, может, какое-то негодование. Но бывает такое, это тоже интересно. Вот. И поэтому практическая направленность связана с тем, что церковь, и в данном случае каждый представитель церкви сейчас должен выйти за рамки приятного ему пребывания на приходе, идти в общество, которое нуждается в ценностях, потому что духовно-нравственное воспитание – это забота семьи прежде всего, и поэтому мы не отбираем, а наоборот говорим, что в семье все должно быть. Но сегодня был доклад по поводу семейного центра или как бы семейной группы. Да. Вот это есть идеальная форма. В принципе, это есть форма прихода. Вот на приходе вот так должно быть. То есть приходят семьи и взаимодействуют. И здесь идет как бы взросление родителей, потому что родители у нас сейчас тоже не дотягивают с ценностями. Да? Проблема не столько в молодежи, не в детях, а в родителях. И поэтому даже, как с родителями работать? Они уже взрослые. И поэтому, конечно, семейные вот эти группы, это, по идее, это самая такая идеальная форма с точки зрения церкви. Как мы можем духовно-нравственные ценности доносить? Потому что цель школы сейчас сложно, у школы сейчас грузят какими-то такими формами, которые омерщвляют что-то, да, то есть отчетности какие-то, я просто служу по высшей школе, у нас мучают, да, формами, отчетами, которые убивают дух, а заставляют жить по букве. И поэтому вот эта конференция, ее практическая направленность связана с тем, что мы, конечно, люди православной культуры должны знать, чем живет представители светской педагогики, светской культуры, о чем, на каком языке говорят люди в школах, в детских садах, в университетах, потому что, приходя к ним, следуя апостолу Павлу, мы должны говорить на вашем языке. Не должны говорить на языке, который будет вас, отталкивать. Да, вот с этим связана, опять же, идея о концепции счастья. Скажу я вам о христианстве, как о счастье, вы откроете мне дверь и скажете, приходи. Вот как бы в институте бизнеса вот так мы работаем. А скажу я вам о спасении души, вот где-то дверь закроется, скажем, это что-то такое, как бы нам страшно. Но действительно концепция спасения души связана со страхом. И сейчас человек, он избегает этого состояния страха. Для поколения 100 лет назад состояние страха было более естественным, потому что он чуть ли не каждый день там находился. А мы сейчас живем в комфорте, и нам уже это неприятно, и мы не можем в этом действовать. И здесь, опять же, очень важно то, что есть движение со стороны православной культуры, православного общества, есть движение со стороны общества, околоцерковного, светского, которые не негативно относятся к православию, считают частью своей культуры. Вот. И вот именно через эти, скажем, каналы, да, культурные, мы создаем реальность, вот этого информационной безопасности. Потому что информационно безопасен тот, у кого есть уже информация. Пустое место, оно заполняется, оно требует заполнения. И оно заполнится тем, что ближе всего лежит. А ближе всего сейчас лежат разные суррогаты. Потому что это уже, возвращаясь к Гесиоду, да, помните, он говорил, что путь к безнравственному и дурному легок, а к доброму и хорошему он труден, калорий. Теперь знаем, что когда отец Василиск ко мне подходит, он теперь у нас возглавляет отдел экологический, у нас теперь в епархии есть экологический отдел, видите, как все у нас интересно развивается. И он говорит, мы будем с вами проводить мероприятия. И я теперь знаю, с кем, какая база есть у нас, куда мы можем пойти. Правда, у него все и так продвинуто, он такой у нас очень активный человек, и вы видели, да, на основании нашего орнитологического парка, что у него все серьезно, да.
И это действительно так. Ну, по крайней мере, я со своей стороны что-то могу тоже предложить, сказать, ну, я уж не такой уж там новичок, ничего не знаю, а у меня есть детские сады, детский сад, где это все действует. Я буду чувствовать себя более уверенным, ну, и как бы не так уж и в грязь лицом не упаду. Но это шутки, да. А говоря о докладах, которые мне понравились, у нас так вот. Ну, скажу честно, мне, конечно, с научной точки зрения, конечно, понравился доклад Олеси, да, говоришь. Понравилось, ну, потому что здесь есть проблематика и актуальность. Ну, прежде всего, проблематика. И, конечно, ну, это только видно, что наработки какие-то идут. Потому что ну, хотелось бы, конечно, чтобы сначала сказали, что такое концепт игнорирования. Потому что я, видите, когда вы выступали, подумал, игнорирование в ключе сократовском, там, да, то есть как игнорирование, как аспект незнание, с которым человек подходит к реальности и говорит, а я хочу узнать. И тогда игнорирование – это просто ощущение себя как чистого листа. И тогда это средство познания. А вы игнорирование, видите, в другом ключе преподнесли, как сознательная, ну скажем, манипуляция информации, связанная с чем-то замалчиванием, для того, чтобы люди несведущие не знали о другой части этой информации, ну таким образом их объединять. Да? Вот, я вот вижу вот такую здесь. Ну, это, скажем, точка научная. Ну, а практическая, ну, я не знаю, на самом деле мне все доклады наших педагогов, практиков понравились. Я, ну, не могу выделить из ваших докладов, говоря уже о школе, о детских садах, потому что, ну, для меня это, конечно, ну, как бы такая особая радость об этом послушать, там, на деток посмотреть. Но это связано с тем, что дети – это все-таки ангелы, да, это люди, которых еще присутствует Бог более сильно, и это воздействует на наше сердце и наш очищает. Поэтому я бы хотел бы вас поблагодарить, наших педагогов, практиков, за ваш нелегкий труд, за то, что вы пришли и с вашими докладами, потому что вы совмещаете в данном случае и практическую, и теоретическую работу. Это, я думаю, это большой все-таки труд и большое дело. И человек, который занимается не только практикой, но и теорией, он растет. Да? И поэтому я вижу, что вы вот растете. Елена Валерьевна, подвести итоги нашего голосования. Хорошо. Ну, очень, знаете, мне что радостно, что студенческие доклады, ведь мы же понимаем, это только первые шаги, но тем не менее, насколько у нас креативными оказались, да, студенты, и вообще активными, и даже отец Вячеслав какие-то предложения вносили. Вот, очень интересно, их были отмечены эти доклады, но все-таки большинством голосов побеждает у нас доклад Олеси Гавриш. Спасибо. Еще вопрос. У нас есть Священное Писание, Евангелие. Оно бесплатно раздается. Если у кого-то есть желание взять, потому что мы не навязываем, вы можете взять. Хорошо? Если кому-то еще нужно будет, мы еще можем дать. Хорошо? Потому что они у нас специально нами взяты для именно распространения. Хорошо. Тогда я буду называть имя, фамилию, вы будете поднимать руку, а я к вам буду подходить. Это символ, ну скажем так, это для меня интересно, это в церковной жизни, это символ именно взаимодействия Бога с миром. Да? Бог называет имя, вернее мы называем имя, это рождает человек, к нему Бог приходит, ну и дает именно что-то ему дает. Да? Именно, ну это символ нашего богослужения также присутствует, ну и вообще в реальности. Так что эту символику мы с вами сейчас осуществим и продолжим. Шульга Екатерина Александровна. Вот. Доклад на тему моделирования этапов урока как основание духовно-нравственного воспитания. Майер Светлана Васильевна. Спасибо вам большое за доклад. Спасибо большое вам, Екатерина Александровна, за доклад. Полосова Наталья Алексеевна. Она принимает. Ну, вы ей передадите, правильно? Конечно. Видите, у нас доклад, сертификаты такие нормальные. Да? Можно приятные в руках держать. Спирин Тихон Викторович. Гавриш или... Олеся Дмитриевна, спасибо большое за доклад. Спасибо большое.
Садыхов Тимур Ильхамович. Спасибо большое. Так. Тарасов Анатолий Александрович, спасибо вам большое за участие, что вы представили нам такую академическую школу и традицию, скажем, технического образования. Это очень важно. Тимофеева София Валерьевна. Спасибо вам большое за доклад. Спасибо. Титов Владислав Дмитриевич. Спасибо большое вам за доклад, за участие. Малахова Юлия Михайловна. Так, это у нас доклад на тему «Ценностные отношения к познанию как фактор духовно-нравственного воспитания». Ну, видимо, она не смогла к нам прийти. Прохина Надежда Юрьевна. Тоже у нас нет докладчиков. Перетятка Наталья Владимировна. Спасибо большое. Геровская Наталья Владимировна. Спасибо большое за доклад. Спасибо большое. Кахарева Татьяна Васильевна. На освещание. Это вам, значит. Папичева Ольга Антоновна. Спасибо вам за участие, за доклад. Кузнецова Екатерина Алексеевна. Спасибо большое. Это уже вам сертификат. Шарипова. Ну, братья и сестры, давайте помолимся, и кому нужно будет книжки подойти, возьмете. Хорошо, давайте помолимся. Достойно есть его истину, блажить дитя Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем. Спасибо, Господи, ангелов-хранителя. Хорошего вам дня. Спасибо. 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 Спасибо.